Уважаемые участники, я приветствую вас. Меня зовут Николаева Нина. Я являюсь программным директором форума технологий безопасности. Сегодня я буду проводить нашу конференцию «Пожарная безопасность на опасном производстве и объектах нефтегазового комплекса». Вначале я немного расскажу вам о контексте и порядке работы, а после чего мы перейдем к повестке дня нашей конференции. Что такое форум технологий безопасности? Я вам напомню буквально в двух словах. Это ключевое отраслевое событие, самое влиятельное событие в России по вопросам обеспечения национальной безопасности. Это событие с действительно долгой историей. Мы в этом году, в феврале, собрались 26-й раз. То есть форум живет с прошлого века. Каждый февраль мы собираемся, что называется, вживую. В этом феврале, несмотря на пандемию и введенные ограничения, форум прошел с большим размахом. Это было 14 мероприятий. Мы работали 3 дня. Форум подтвердил свой статус как самая авторитетная площадка. Было большое количество посетителей. А если добавить примененный нами гибридный формат, то, как веяние времени, то цифры вообще рекордные. Поэтому я думаю, что те, кто посетили наш форум, они подтвердят, какое это было серьезное событие. А наша конференция сегодня, онлайн-конференция, это часть годового плана подготовки к форуму. Поэтому по решению Оргкомитета мы уже более 4 лет собираемся на рабочие встречи, которые проходят вот так постоянно в течение всего года. И сделано это для проработки и развития тем форума. Такое решение было принято потому, что собираться один раз в год – это уже, ну, мало, это просто не хватает. И законодательство меняется быстро, технологии меняются тоже быстро, появляются новые вызовы, угрозы, надо оперативно реагировать на все это. И мы решили собираться регулярно, постоянно по ключевым темам форума. Мы все очень оперативно обсуждаем. Если раньше мы проводили встречи на площадках членов Оргкомитета форума, таких как правительство Москвы, Минтранс России, Мосгордума, конечно, Госдума, Совет Федерации, ВСТЭК России, то сейчас мы выходим онлайн. Почему? Потому что пандемия внесла свои коррективы, и любой вызов, как вы знаете, это всегда возможность. Поэтому мы использовали эту возможность, вышли онлайн, и у нас проходят такие мероприятия регулярно, как минимум 2 раза в неделю. Чтобы вы понимали интенсивность, то, например, на этой неделе это 4-е мероприятие, 4-я онлайн-конференция. Обязательно следите за нашим календарем. Его можно найти тоже на нашем сайте. Пожалуйста, вы найдете всегда что-то для себя интересное. Формат онлайн очень удобен, кстати, потому что мы имеем представителей из разных точек нашей необъятной Родины. Мы наработали вот такой темп большой, рассказала вам о календаре немножко, познакомила вас. Все это делается, конечно, для вас, по вашим пожеланиям, по вашим предложениям, по инициативам членов Оргкомитета. Теперь пару слов об Оргкомитете, который я уже упоминала. У форума влиятельный Оргкомитет. Это представители законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, крупных госкорпораций. В последнее время стали очень активны губернаторы, они тоже делегируют своих представителей для работы в Оргкомитете форума. Это дает нам уникальную экспертизу, уникальную глубокую экспертизу, всесторонний подход к темам. Оргкомитет нам предлагает темы, корректирует направление работы, а направления действительно разнообразные. Это и городская безопасность, и безопасность ритейла, промышленная безопасность, охрана труда, транспортная безопасность. И очень много что еще. Чтобы не быть голословной, я проинформирую вас, что член нашего оргкомитета Андрей Александрович Макеев, заместитель директора Департамента надзорной деятельности МЧС России, ведущий эксперт в области пожарной безопасности, сегодня также участник нашей конференции. И попозже будет его доклад. Вы сами сможете задать ему вопросы. Ну, по поводу оргкомитета немного вам рассказала. Теперь вам расскажу о таком важном элементе, как месяц безопасности. Это тоже такой элемент нашей работы. Февраль месяц безопасности – это проект, который был создан по инициативе членов Оргкомитета и поддержан Валентиной Ивановной Матвиенко в 2015 году.
С тех пор, в феврале, он проходит в регионах Российской Федерации. Это значит, что губернаторы не только присылают делегации для участия в нашем форуме, но еще и у себя в регионах инициируют и проводят мероприятия в рамках форума по актуальным для них тематикам. Что мы получаем? Мы получаем прежде всего материалы для аналитики, для работы, материалы из регионов. И что это такое? Это в основном решения по конференциям, их инициативы, их предложения. Все это мы используем в работе. Кроме того, мы получаем уникальную базу спикеров и тоже ее используем. Вот такая работа ведется. Работа с регионами, у нас всегда серьезная региональная поддержка. И я вас тоже прошу присоединяться к этой работе. Мы всегда открыты для предложений, пожалуйста. Такой рассказала тоже важный пазл. Теперь перейдем к сегодняшней теме конференции. Это пожарная безопасность. Вообще тема пожарной безопасности традиционна для нашего форума. Благодаря, конечно, самой актуальности темы и благодаря такой всесторонней поддержке МЧС России. И поэтому эта тема развивается давно, успешно и имеет разные аспекты для своей реализации на нашем форуме, в рамках нашего форума, разные ракурсы мы поднимаем. Это пожарная безопасность на транспортных объектах, жилых зданий, сооружений, массового скопления людей, ну или вот как сегодня на опасных объектах и объектах нефтегаза. Надо отметить, что с точки зрения вероятности возникновения пожара, производственные объекты гораздо опаснее других. Требования пожарной безопасности постоянно ужесточаются, и они должны соблюдаться на всех этапах жизненного цикла таких объектов, начиная от проектирования и заканчивая их ликвидацией. И проектируемые системы должны становиться все более надежнее, жизнеспособнее. К сожалению, пожары на подобных объектах не редкость. Даже если мы возьмем просто Google и посмотрим, что случилось за последние месяцы, то сразу увидим крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе в июне или вот на днях в американском штате Иллинойс, на заводе пластиковых материалов в Татарстане совсем недавно или вот в июне тоже в Китае на заводе по производству поликремния. Там и взрыв, и крупный пожар. Поэтому проблемы тут весьма очевидны. И сегодня мы постараемся поднять острые вопросы в сфере нормативного регулирования пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса и опасных производств, наиболее эффективного применения материалов, оборудования, рассмотрим новинки. И также поднимем смежные вопросы, организационные вопросы. Так, немного вам рассказала о форуме, о том, как работает наш оргкомитет, немного посвятила вас в тему сегодняшней нашей беседы. Теперь организационные моменты. Это тоже важно. Во-первых, после всех докладов будет обязательно время для ответов на вопросы. Все презентации и ссылка на эту видеозапись будут размещены у нас на сайте. Так что вы всегда сможете вернуться, пересмотреть важные моменты и поделиться с вашими коллегами. Кроме того, наш важный инструмент сегодня для общения – это чат. Вот шильдик расположен в правом углу, в правом верхнем углу экрана. И обязательно пишите ваши комментарии и вопросы к докладчикам, причем, пожалуйста, не дожидаясь окончания доклада. Сегодня я буду вашим голосом, вы управляете мною и управляете дискуссией. Получите, пожалуйста, ответы на все ваши вопросы. Пожалуйста, у каждого выступающего, кроме того, есть свои помощники в чате и кто-то из команды, и они всегда будут реагировать на чат. К тому же работает наша команда, пожалуйста. Так что пользуйтесь чатом. От вашей активности зависит многое. Давайте проведем полезный, содержательный диалог. Мне осталось представить наших партнеров сегодняшних. Итак, мы сегодня поговорим о вопросах обеспечения пожарной безопасности на опасных объектах и объектах нефтегазового комплекса вместе с партнерами нашего мероприятия. Это компания Siemens и компания Eridan. Так, ну время у нас как раз подходит, поэтому еще раз приветствую все ваши комментарии, предложения и инициативы, вопросы в чате. Я буду читать все, буду внимательно за ним следить.
И сейчас я приглашаю нашего первого докладчика. Это как раз партнер, российская компания «Иридан». Докладчик у нас Никита Каскевич, директор по развитию компании «Иридан». Потом он передаст слово своему коллеге Александру Выдрину, заместителю главного конструктора компании «Иридан». Тема у нас звучит сегодня так: реализация систем противопожарной защиты на особо опасных объектах на базе ПТК, ПТ «Диалог ПРО» с учетом требований свода правил 484, 13.11, 520, 20 и импортозамещения. Никита, пожалуйста, выходите в эфир, мы вам рады. Так, я лично вас не слышу. Здравствуйте, а вот Нина. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно? Да, теперь отлично слышно. Ждем ваших. Большое спасибо, во-первых, что у нас есть возможность открыть сегодняшнюю конференцию нашим докладом о реализации систем противопожарной защиты на особо опасных объектах. Меня зовут Каскевич Никита, я являюсь директором по развитию компании «Иридан». Основным, пожалуй, сегодня докладчиком будет мой коллега Александр Выдрин. Мы свой доклад построили таким образом, что я в самом начале очень коротко расскажу о компании в целом, о том, кто мы, чем занимаемся и как участвуем в сегодняшних отраслевых реалиях и тематике. Далее Александр Выдрин расскажет подробно о тех решениях, о наших решениях по обеспечению противопожарной защиты, которых мы сегодня, собственно, и хотим рассказать. Итак, компания «Иридан» была создана уже более 25 лет назад в городе Березовске, это Свердловская область. И сегодня наша компания является российским разработчиком и производителем взрывозащищенного оборудования для систем пожарной сигнализации, автоматики и видеонаблюдения. Наше предприятие является сравнительно небольшим, то есть это субъект малого предпринимательства. Штатная численность, для понимания, на сегодняшний день в компании «Иридан» составляет 109 человек. Вот акцент хотелось бы сделать на разработчик, да, российский, и производитель. То есть в чем наше преимущество как компании? Это, конечно же, собственное конструкторское бюро, которое позволяет нам решать амбициозные задачи как по разработке приборной части, так и по системным решениям на том рынке, на котором мы работаем. То есть те достаточно сложные задачи по программированию и схемотехнике мы решаем своими силами, силами наших квалифицированных инженеров и специалистов конструкторского бюро. Что касается производственного комплекса, вот не далее, чем две недели назад мы осуществили полностью релокацию нашего предприятия в новый, построенный с нуля, производственный комплекс. Также он расположен в городе Березовске Свердловской области. Его площадь составляет 4500 квадратных метров. То есть таким образом мы расширили свои производственные площади более чем в 2,5 раза. То есть растем, развиваемся, есть к чему стремиться. Вот если посмотреть на картинку, это фасад, проектная картинка фасада нашего нового комплекса. Вживую это все выглядит, конечно же, гораздо лучше. Мы открыты, приглашаем активно и всегда рады видеть наших партнеров у нас на предприятии для того, чтобы могли все своими глазами посмотреть то, как у нас работает и система менеджмента качества, и производственный процесс, и идет разработка наших изделий. Собственно, по номенклатуре продукции, для тех, кто не знает, коротко, ее можно условно разделить на три категории. Первое – это взрывозащищенные, но это ключевое слово, приборы и изделия для пожарной сигнализации, автоматики, то есть это пожарные извещатели, оповещатели, коммутационное оборудование, это тестовое оборудование, то есть это сертифицированные самостоятельные изделия с более чем десятками различных модификаций. Вторая группа – это оборудование для систем охранного технологического видеонаблюдения. В первую очередь это взрывозащищенные термокожухи, в ближайшей перспективе это взрывозащищенные видеокамеры, сертифицированные изделия. Это наши инновационные продукты по бесконтактной системе очистки смотровых окон термокожухов. Это наш роботизированный комплекс ТОР. То есть это то, что касается тематики видеонаблюдения. И третья категория – это как раз вот те системные решения в виде комплекса «Диалог ПРО», о котором мой коллега расскажет непосредственно и во всех подробностях чуть позже.
По основным сферам применения, целевым образом и главным образом мы обеспечиваем нашу часть нефтегазовый комплекс, то есть это наш целевой сектор. Это все опасные объекты с наличием взрывоопасных зон, начиная от добычи транспортеров, ну то есть полный передел, да, вот такого рода объектов с наличием взрывоопасных зон. На объектах предприятий, известных крупных, крупнейших российских корпораций, всех корпораций, наше оборудование присутствует. Но в то же время мы не ограничены географией Российской Федерации и стран СНГ. Мы осуществляем экспорт нашей продукции, имеем такой опыт не один год в страны Европы, в страны Азии, в страны Ближнего Востока. Тем не менее, мы главным образом ориентированы на российский рынок, на российского потребителя, и поэтому мы ежегодно и очень серьезно к этому относимся. Мы подтверждаем статус российского производителя в соответствии с критериями постановления правительства 719. То есть хочется еще раз подчеркнуть, что все программное обеспечение оборудования, которое разрабатывается и производится в компании «Литан», является российским. Далее, что касается взаимодействия с партнерами, я хотел бы обозначить, что мы имеем опыт и открыты для сотрудничества в разных форматах, то есть в зависимости от вида компании, от контрагента, мы можем работать как и по проектной продукции, непосредственно осуществлять проектирование. Наша компания имеет лицензию СРО на реализацию проектных работ, на ведение проектных работ объемом, в финансовом объеме до 25 миллионов рублей. То есть если смотреть это в разрезе раздела пожарной сигнализации, например, то на наш взгляд это является существенным таким преимуществом. Ну и, конечно же, группа по конечным потребителям – это полный цикл, начиная от опытно-промышленной эксплуатации периферийной части. Мы это делаем постоянно, на постоянной основе с нашими эксплуатирующими компаниями. Ну и заканчивая сопровождением уже реализованных нами проектов. Полный цикл со всей ответственностью и с соблюдением стандартов и высокого качества. Вот на этом я свою вступительную часть закончу и с удовольствием передам слово своему коллеге Александру Выдрину, который дальше продолжит говорить о системах противопожарной защиты. Добрый день, уважаемые коллеги. Моя скромная задача на сегодня – рассказать вам о основных технических решениях нашей новой продукции под названием «Комплекс автоматического пожаротушения Dialog Pro». Так, слайд. Что, он переключается? А, так. Позвольте напомнить, значит, приказом министра МЧС от 31 июня с 1 марта этого года введены новые правила РСП-484, предъявляющие новые требования по организации пожарной сигнализации и систем противопожарной защиты. Основными особенностями, которые наибольшую дискуссию вызвали, значит, среди разработчиков и заказчиков данной тематики, основными являются, ну, такими, несколько позиций. Первое – это особо опасные объекты подлежат оснащению исключительно адресно-аналоговыми системами пожарной сигнализации. Ну, таковыми являются большинство объектов нефтегазового комплекса. Следующее требование – это устойчивость линии пожарного шлейфа к единичной неисправности. И третья позиция – это системы с более чем 512 извещателями должны быть спроектированы с них, и либо на нескольких приемоконтрольных приборах, либо на основе резервированного приемоконтрольного прибора. Также здесь, в этом же разделе, есть особое требование – устойчивость приема контрольного прибора к единичной ошибке, что означает в практическом плане горячее резервирование приема контрольного прибора. Перейдем к, собственно, программно-техническому комплексу.
Программно-технический комплекс «Диалог ПРО» изначально, что очень мы считаем важным, изначально разрабатывался для применения на объектах нефтегазового комплекса. В разработку данного комплекса положен многолетний опыт, более чем 20 лет, участие в нефтегазовых проектах, в реализации проектов автоматизации нефтегазовых производств. Основными объектами защиты и назначением комплекса являются вот обеспечение пожарной защиты объектов нефтегазового комплекса, начиная от кустов нефтегазодобывающих скважин, печей подогрева нефти, газокомпрессорных и газораспределительных станций, установок по подготовке моторных топлив, узлов учета газа и резервуарных парков. Основные показатели комплекса являются следующими. Количество шлейфов не менее 100, количество извещателей на шлейф в соответствии с новыми правилами 32, количество зон не менее 20. Особенностью, одной из основных особенностей реализации решений пожарной сигнализации и пожаротушения в нефтегазовых производствах являются большие расстояния на открытых площадках, то есть длинные кабельные эстакады с уличным расположением. Это означает высокую вероятность грозовой опасности, защиты перенапряжений на длинных кабельных линиях. Поэтому одним из важнейших требований изначала, в самом начале разработки, было использование сетевой инфраструктуры на базе волоконно-оптических линий связи. Время готовности комплекса после старта не более 60 секунд, время реакции не более 10 секунд. Основными технологиями, которыми может обеспечивать и поддерживать, основными технологиями тушения являются водяное, пенное, порошковое, газовое и аэрозольное. Вот на данном слайде показана наиболее типовая, с нашей точки зрения, структура комплекса, где показаны основные решения по применению комплекса на больших площадках. Эта структура не является единственной и не является, есть много других вариантов, но на базе этой структуры наиболее показательно и легко будет удобно рассказать вам об основных технических решениях. Итак, состав комплекса состоит из двух больших разделов. Техническое обеспечение и программное обеспечение. В состав технического обеспечения входят извещатели и оповещатели пожарной сигнализации. Все это приборы разработки и изготовления компании «Иридан». Все имеют сертификаты в НИИ по МЧС. Следующий уровень – это сетевая инфраструктура, распределенная сетевая структура для обеспечения больших расстояний на технологических площадках, где длина кабельных эстакад может составлять километры и даже иногда и более 10 километров. Следующий уровень – это техническое обеспечение, это так называемые базовые станции, как мы их назвали. Это, собственно, станции управления, выполняющие функции приема контрольных приборов. При этом количество базовых станций может быть несколькими. Вот на данной структуре показана основная базовая станция и базовая станция управления пенным либо водяным пожаротушением. Программное обеспечение комплекса состоит из прикладного программного обеспечения, обеспечивающего визуализацию, сигнализацию и архивацию журналов тревог и сообщений. Также, забыл еще сказать, что в состав технического обеспечения входят не только извещатели, оповещатели разработки изготовления нашей компании, но во взрывозащищенном исполнении, но также извещатели, оповещатели компании Systems Sensor,
для помещения обычного класса, где, ну, поскольку не бывает производств без операторных, без каких-то административных зданий, и таким образом мы комплексно решаем все задачи на одной технологической площадке одним комплексом Dialog Pro. Основные решения, которые заложены в состав комплекса. Ну вот на структуре показаны кольцевые пожарные шлейфы извещателей и оповещателей с адресно-аналоговым исполнением. Здесь вы видите, что каждый ручной изолятор в соответствии с новыми требованиями СП мы должны защищать изоляторами. И таким образом отказоустойчивое кольцо адресного шлейфа дозор 07А является устойчивым с точки зрения к единичному отказу, но и каждый ручной извещатель пуск защищены изоляторами короткого замыкания. Дистанция такого шлейфа может быть до километра, хотя мы не рекомендуем использовать длинные линии, но тем не менее по формальным характеристикам это так. Также существует на нижнем уровне комплекса средства для управления газовым тушением, управления вентиляцией и порошковым тушением. Все они также соответствуют всем нормам и с контролем обрыва цепи, в том числе и вот с управлением вентиляцией здесь показано, управление на 380 вольт. Также контролируется и наличие или обрыв двигателя, но не короткое замыкание. Средний уровень сетевой инфраструктуры, он как бы является опциональным, но вот на больших площадках это классика нашего понимания отношения к организации распределенных. То есть мы как бы убеждены, нас жизнь научила тому, что пожарные шлейфы должны быть как можно более короткими, а длинные перегоны по кабельным эстакадам мы решаем на уровне сетевой инфраструктуры кольцевого типа. Верхний уровень базовых станций. Базовая станция. Здесь у нас также есть решение по устойчивости и соответствию новому СП. Это комплекс сегодня, существующий комплекс сегодня разработан и проходит сертификационные испытания на базе двух платформ. Это на платформе контроллеров компании ProSoft системы, контроллеры Regum, и на базе контроллеров компании Vantec. Так вот, контроллеры компании ProSoft системы имеют очень хорошее решение по обеспечению горячего резервирования, и таким образом применение комплекса Dialog Pro на ответственных площадках, там, где требуется гарантировать максимальный коэффициент готовности и отказоустойчивость головного вычислителя, мы реализуем на базе контроллеров компании ProSoft системы. И таким образом, основные технические решения еще раз. Проектная компоновка, то есть комплекс проектно-компонуемый. Комплекс не существует в природе до тех пор, пока он не определен проектным решением. Да, есть типовые проектные решения, которые нарабатываются как библиотека типовых решений, но как общая формула отношения к идеологии комплекса, это все-таки проектное решение. Горячее резервирование, распределенная сетевая инфраструктура, интеграция со смежными системами, ну, в соответствии с требованиями ГОСТа 53-325. Особенностями является также возможность снижения эксплуатационных затрат заказчика, это веб-доступ при обеспечении информационной безопасности, веб-доступ для обеспечения диагностики и обслуживания нашими специалистами. Ну, если комплексы установлены на каких-то там удаленных, таежных и заполярных объектах, когда невозможно быстро обеспечить прибытие специалиста для более глубокого изучения каких-то существующих проблемных состояний.
Ну вот это основное, что, значит, хотелось бы рассказать. Теперь основные отличия и преимущества. Экономические – это импортозамещение, полное соответствие требованиям, минимальная трудоемкость. Технические – это использование адресных извещателей и оповещателей, высокая надежность комплекса за счет резервирования ПЛК сетевой инфраструктуры и использование открытых сетевых протоколов, возможности организации как децентрализованной, так и централизованной системы. Персональный пользовательский графический интерфейс. Реализация. Возможные услуги компании Redan при реализации проектов на базе комплекса Dialog Pro. Может начинаться с предпроектного обследования, согласования опросных листов, бюджетной оценки стоимости, разработки проектной документации, как на субподряде большого проектного института, так и самостоятельно. Комплектная поставка оборудования, шеф-монтаж, дополнение пусковалочных работ. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Никита, тоже спасибо. Очень интересный содержательный доклад. Новинки всегда важно. В чате я попрошу опубликовать ваши контакты. И давайте перейдем к вопросу. К вопросам. Я смотрю, что вы уже активны в чате, переписываетесь, ваши коллеги переписываются. Спасибо большое. У меня есть несколько вопросов. Александр, можно коротко ответить на вопрос, чем ваш новый комплекс Dialog Pro выгодно отличается от решений ваших конкурентов? В чате даже говорят, каких конкурентов, но мы не будем озвучивать. Ну, прежде всего, вот если посмотреть на... Как назад ее открутить? Невозможно. Если посмотреть на структуру, то вы, наверное, помните ее состав. Основным отличием от большинства наших конкурентов является то, что мы создали комплекс на базе извещателей и оповещателей нашего производства. То есть такое сочетание... Спасибо большое. Следующий вопрос. На каких типах объектов и каких заказчиков вы готовы бы показать на практике основные преимущества комплекса Dialog Pro и почему? Мы бы хотели бы уже в этом году показать основные преимущества комплекса на следующих объектах нефтедобывающих компаний. Первое – это куст нефтедобывающих компаний, нефтедобывающих скважин. Прежде всего, почему? Вроде бы несложный и небольшой объект, без персонала, без постоянного присутствия персонала, без какой-либо большой пожарной опасности. Там нет никаких резервуаров накопительных и так далее. Но объект характеризуется тем, что на этом объекте очень большое количество частотных электроприводов насосного оборудования, которые создают огромные электромагнитные помехи на кабельных сетях. И вот здесь мы бы хотели показать, что устойчивость нашего комплекса в самых тяжелых условиях электромагнитной обстановки является лучшим решением. Второе. Применение. Это применение на большой площадке, ну, типа газораспределительной станции или нефти, установки подготовки нефти, где бы мы показали как раз преимущество. Спасибо. Решение. Следующий вопрос. Ваше решение является новым для большинства эксплуатационных специалистов. Как вы представляете себе основные технологии обучения специалистов-заказчиков? Ну, мы бы хотели начать с наших традиционных и партнеров, таких как «Газпром». И у них есть своя школа, вот есть инфраструктура компании «Газпром Трансгаз». У каждого «Газпром Трансгаз» подразделения имеется свой учебный центр подготовки своих специалистов и повышения квалификации специалистов. И прежде всего мы будем в ближайшее время проводить
работы по подготовке специалистов через эти учебные центры, создавая в этих учебных центрах классы, ну, рабочие места, по предоставляя туда оборудование и организовывая учебный процесс по нашим образцам, и таким образом обеспечить массовость подготовки специалистов на объектах «Газпромтрансгаза». На тех предприятиях, где такой возможности нет, мы планируем как выездные семинары, так и обучение в условиях нашего производства. Потому что основными технологиями при изготовлении мы используем, ну, у нас есть все комплексы, которые выходят из, значит, обгружаются с нашего производства, проходят через стенд комплексных приемо-сдаточных испытаний, и мы всегда стараемся на эти приемо-сдаточные испытания приглашать представителей заказчика. Спасибо большое, Александр. Показать ему готовность. В чате вижу много вопросов, и ваши коллеги отвечают. Таким образом, спасибо. Возможно, и вот на что обращают внимание, что пока у вас нет информации на вашем сайте, давайте вот обсудим путь клиента, так называемый. Вот люди хотят посмотреть, попробовать, протестировать, ознакомиться более детально с технической информацией, куда им обращаться. Где заказывать? В ближайшее время будет опубликовано, значит, контакты службы технической поддержки по комплексу «Диалог-Про». Это первое. Второе, куда можно писать непосредственно разработчикам и получить исчерпывающую информацию по нюансам использования комплекса. Также в ближайшее время, ну, до конца года, будет разработано руководство по проектированию, с тем, чтобы проектные организации могли в облегченном режиме для себя, значит, да, спасибо большое. Ну, очень интересно, очень содержательно. У вас большая уже беседа в чате. Я смотрю, вот тут много уже ответов на вопросы. Есть вопросы по испытаниям оборудования. Давайте еще раз акцентируем, что новый свод правил, который вступил в силу в марте этого года, и ваше оборудование соответствует всем требованиям, которые в этом своде правил. Правильно я понимаю? Абсолютно правильно. Очень хорошо. У нас есть также коллеги сегодня из ВНИИПО. Это те, кто как раз отвечают за этот свод правил. Они тоже могут прокомментировать по поводу этого свода абсолютно правил 484. Пожалуйста, тоже ждем вас в чате. Так, ну, в принципе, у нас ответы исчерпаны. Я так понимаю, вот у нас идет тут такая активная беседа в чате. Тут и вот у нас и Александр Васильевич Здоров. Я смотрю, что ваши коллеги отвечают. Давайте продолжим тогда общение в чате, потому что тут идут много технических уже моментов. Правильно я понимаю? Вот. И уже перейдем к следующему докладчику. Я еще раз благодарю вас, благодарю Александра, благодарю Никиту. Очень содержательно, очень интересно. Много новой информации. Вы задали тон нашему общению. Мы к своду правил 484 неоднократно еще. Вот будем обсуждать. Так, теперь у нас следующий докладчик. Но пока готовится следующий докладчик, я хочу заметить, что вы в вашем названии доклада упомянули импортозамещение. И вот от себя хочу добавить, что с тех пор, как правительство задало курс на импортозамещение в 2014 году, с тех пор это импортозамещение в области безопасности у нас мелькает неоднократно в разных совершенно интерпретациях. Было большое мероприятие по импортозамещению в радиоэлектронике совместно с Минпромторгом, например. Поэтому такая тема, как импортозамещение в обеспечении пожарной безопасности, тоже интересно поднятый вопрос. Но как это водится, мы соблюдаем баланс. Вот, и поэтому сейчас у нас будет представитель немецкой компании Siemens.
Евгений Нюшин, эксперт Siemens в области пожарной безопасности. И с докладом он выступит «Элементы пожарной защиты Siemens для безопасности промышленных предприятий». Приглашаю в эфир. Евгений, пожалуйста. Здравствуйте. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я представляю компанию Siemens, а также представляю департамент наш, в котором я работаю, это департамент автоматизации и безопасности зданий. Цель нашего департамента, который работает на территории как всего Евразийского экономического союза, это создать превосходное пространство. Как вы думаете, что такое превосходное пространство и что для него самое важное? Превосходное пространство, мы считаем, что это то пространство, которое, в котором мы находимся в данный момент. Допустим, сейчас я нахожусь в переговорной. Я чувствую в этом помещении себя комфортно, безопасно, уютно. Я думаю, что многие из вас, приходя, допустим, домой, либо приходя на работу, тоже должны себя так же чувствовать. Самое главное – уверен. Но любое помещение, в котором бы вы ни находились, всегда должно быть защищено. Каждый элемент защиты имеет важное значение. Наша компания уделяет каждому этому элементу определенное значение. Элементы защиты, их очень довольно-таки много. В чем их особенность? Это этапы планирования, это этапы контроля, резервирования, обслуживания, уверенности. И самое главное, защищенности. На чем базируется данный постулат? Конечно же, на элементах. Элементы именно физические. Физические элементы – это элементы обнаружения, оповещения, пожаротушения, систем различных управлений, различных облачных решений, которые позволяют нам анализировать ситуацию на объекте, смотреть, что происходит в настоящий момент, причем находясь в любой точке мира. Ну и, конечно же, сервис. Сервис – это немаловажный аспект для любого предприятия, когда необходимо просматривать события и быть уверенным в завтрашнем дне, что система, которая оснащена и установлена на объекте, будет функционировать. Сейчас я более подробно вам расскажу о всех системах, которые мы предлагаем для промышленных предприятий, а также покажу вам примеры реализованных данных проектов. Сейчас вы видите большую глобальную структуру системы Siemens, построенный на базе оборудования системы пожарной безопасности в портфолио Synthes. Вы здесь можете обратить внимание, то, что система имеет уже заранее, даже, можно сказать, до выхода SP-484, заранее имела возможность и защиту от единичной точки отказа, где каждая линия защищена, каждая линия является кольцевой. В каждом устройстве есть изолятор короткого замыкания. Каждое устройство, именно центральная пожарная панель, либо ППК, ПЮ, имеет функцию резервировать как по передаче данных, так и по контролю пожарных шлейфов. Помимо всего прочего, мы имеем специальное устройство, которое позволяет резервировать также и оптические различные соединения, и связь между пожарными панелями, либо даже связь между различными проектами, в том числе и систем управления доступом, систем управления безопасностью. Портфолио системы пожарной безопасности и Synthes включает в себя не только устройство раннего и надежного обнаружения, допустим, как точечные пожарные извещатели, либо аспирационные извещатели пожарные, также различные элементы специальных применений, такие как инфракрасные пожарные извещатели, извещатели пламени. В том числе в системе Synthes есть функционал именно построение системы речевого оповещения согласно третьему типу. В каждых устройствах записан уже язык. Конечно же, вы можете подумать, что я представляю немецкую компанию, и в ней будет записан только немецкий и английский язык. Нет, мы идем много со временем, и в данных устройствах записано довольно-таки много языков, что делает свободным их применение в любой точке мира. Вы можете услышать сообщение, допустим, на русском языке. Дальше, если ваша компания или ваше предприятие является, допустим, западным производителем,
то, соответственно, второе сообщение может быть воспроизведено на любом другом языке. На английском, на французском, на немецком, даже на польском или на турецком, если это необходимо. Что является важностью применения системы синтеза? Ну и главной ее особенностью. Это высокая безотказность работы за счет резервирования и аппаратных ускорений, которые применимы в системе синтеза. Плюс ко всему прочему, все программное обеспечение записано так называемым на базе программного продукта Linux, что в принципе является открытой платформой. Как я говорил ранее, это полное резервирование даже на уровне всех коммуникаций, начиная от пожарных извещателей и заканчивая различных типов сложных элементов. Точность пожарообнаружения за минимальное время и с высоким уровнем защиты от ложных срабатываний. Конечно, в любом производственном объекте существует много вариантов и много различных факторов ложных актив срабатывания. Допустим, пыль, сварка, дыма, либо какой-то технологический процесс, который может влиять на работоспособность системы пожарной безопасности. Благодаря специальным технологиям, которые применимы в наших многокритериальных либо комбинированных пожарных извещателях, существует технология ASA. Это технология, мы называем усовершенствованный анализ обработки сигнала, которая позволяет настроить пожарные извещатели таким образом, что в настоящий момент, допустим, для устройства будет первичным фактором обнаружения, допустим, повышение температуры, либо первичным фактором обнаружения будет, допустим, дым. Либо настроить какую-то определенную комбинацию возникновения факторов возгорания. Причем возможно определение таким образом, что даже самые мельчайшие частицы дыма будут улавливаться пожарными извещателями и восприниматься как тревога. В то же самое время устройство можно легко и быстро адаптировать под современные реалии. Даже путем нажатия специальной клавиши на пожарной панели устройство можно изменить режим работы. Допустим, из рабочего времени, допустим, в нерабочее время, либо в праздники. Высокая скорость передачи информации между различными уровнями. Да, действительно, это так. Наша скорость работы и работы системы основана на том, что все устройства являются инициаторами сообщений. То есть наши пожарные панели не опрашивают пожарных извещателей. Они получают от них сообщение. Что это нам дает? То, что каждое устройство с частотой 0,5 секунды отправляет свое состояние в пожарную панель. Пожарная панель ровно через полсекунды знает, что данное устройство находится либо в тревоге, либо в норме, либо этому устройству требуется техническое обслуживание. Конечно же, можно говорить о времени реакции системы. Даже на самых больших территориально распределенных объектах, а мы имеем в нашем портфолио заказов оборудование, проекты, в которых применимо более 60 точных пожарных извещателей и элементов, то время реакции системы до самых удаленных точек система может составлять максимальную задержку 4 секунды. Долгий жизненный цикл. Немаловажно, я думаю, что многие, конечно, из вас сталкивались с такими системами, как западных производителей. Также, наверное, слышали что-то о нашей компании Siemens. И много примеров реализации именно жизненного цикла. Компания Siemens никогда не оставляла то оборудование, которое она производила, допустим, 20 лет назад, и сейчас это оборудование им нельзя воспользоваться. Нет, абсолютно можно этим воспользоваться оборудованием и плавно, поэтапно его модернизировать современно. Причем оборудование, которое будет установлено современно, оно всегда будет опережать действующие национальные стандарты. Ну, о национальных стандартах мы говорим с вами не только о национальных стандартах, которые применимы сейчас на территории Евразийского экономического союза, но я бы скажу, наверное, больше на территории всего мира, потому что наша компания следит за стандартами, которые выпускаются во всем мире и всегда пытается опередить эти стандарты, их требования заранее. Даже сейчас мы готовимся к тому, что в будущем наши стандарты, даже национальные российские, будут еще жестче, и мы готовы выпускать то оборудование, которое будет еще более требовательным и устойчивым к новым требованиям. Немаловажный факт – это
международное одобрение. Многие западные компании, многие даже отечественные компании применяют специальные элементы страхования недвижимости. Допустим, FM Global, EBUL. Наше все оборудование имеет все международные сертификаты, что позволяет снизить стоимость страховки для при оснащении именно системами пожарной безопасности Siemens. Что бы я еще хотел бы отметить? Любая система Siemens настолько уникальна, что она быстро вводится в эксплуатацию. Не требуется каких-то дополнительных технических знаний. Мы проводим онлайн-обучение. В настоящий момент даже сейчас можно пройти курсы по тренингу, по техническому обслуживанию, по, допустим, по планированию систем различных наших. И ровно через 3-4 дня будет квалифицированный сотрудник вашей компании, кто будет знать полностью все оборудование Siemens. Не надо думать, конечно, что оборудование и языки инструкции тоже находятся на западном языке, допустим, английском либо немецком. Нет, в нашем офисе мы локализуем все продукты, которые выпускаем, а именно программное обеспечение, все инструкции, также будут доступны всем на русском языке, в том числе и специальное устройство для конфигурирования системы. Немаловажно, я бы хотел бы отметить, это возможность удаленно управлять вашей системой. Наверное, часто на своих вебинарах, которые я провожу как специалист Siemens, я рассказывал именно более детально о наших новинках, о нашем каждом оборудовании, которое занимает, конечно, не 20 минут, а больше времени. Я уделяю большое время так называемому будущему именно цифровых систем пожарной безопасности. Что такое будущее? Наверное, это то недалекое будущее, которое, наверное, будет совсем скоро, в которое мы вместе с вами шагнем. Это тот мир, когда нам не потребуется, наверное, пожарная панель. Нам, скорее всего, потребуется просто-напросто умное периферийное устройство, которое мы сможем просматривать их состояние на своем мобильном телефоне. Ведь довольно-таки это просто. Себя, допустим, взять мобильный телефон, и вы слышите на мобильном телефоне, внимание, пожарная тревога в помещении, допустим, коридор. Это те сообщения, которые мы с вами воспринимаем. И эти сообщения сразу будут понятны, случай их воспроизведения. То есть это не какое-то пиликание на мобильном телефоне, это именно так называемое оповещение, это речевое, либо именно демонстрация экрана, где именно произошло возгорание. Что касается быстрого удаленного доступа. Мы идем много со временем, и, конечно же, я думаю, что все привыкли уже использовать так называемый тачскрин, это мобильный телефон, это наши уже современные планшеты, это также персональные компьютеры, моноблоки. Мы сделали точно такие же панели управления. Сейчас на экране продемонстрирован слева это пульт. Он является абсолютно сенсором, интуитивно и понятен, удобно в использовании. Оператору не требуется каких-то дополнительных изучений, оператор просто интуитивно нажимает на то сообщение, которое ему необходимо, и просматривает на нем его состояние. Ну и что же касается мобильного телефона. Это специальные доступные приложения, которые точно так же локализованы, в них интегрирован русский язык, ну и, соответственно, любой другой в случае пожелания, необходимости. С помощью мобильного телефона, даже где бы вы ни находились, в любой точке мира, ваш телефон всегда даст вам знать, что происходит на вашем объекте. Это немаловажный аспект именно в будущем систем пожарной безопасности. Такие объекты с таким решением уже существуют, и о них вам постараюсь рассказать. Но говорить о том, что есть какие-то приложения, я также хотел бы сказать, что у нас есть и облачные приложения. Это приложения, которые позволяют вам всегда иметь под рукой связь с вашими системами, независимо, где бы они были находились. Вы можете удаленно управлять системой, где бы вы ни находились. Управлять, конфигурировать, просматривать события, если вам это необходимо. Ну и наш постулат на самом деле строится последним образом. Это на так называемых четырех связях. Нельзя забывать то, что, как правило, системы обнаружения, системы оповещения, системы тушения всегда бывают построены на разном оборудовании, от разных производителей. Соответственно, всегда у заказчиков может быть возникнуть небольшие вопросы. А как мне обслуживать эту систему, следующую систему? Все довольно-таки просто. Наше решение, наша идея – это иметь в портфолио именно пожарной безопасности, иметь сразу все системы, начиная от элементов обнаружения, заканчивая элементом
управления пожаротушением. Причем и имея свою систему пожаротушения. Если говорить об обнаружении, то большой спектр устройств обнаружения, большой спектр систем пожаротушения, специальные насадки для активации систем пожаротушения, которые позволяют сохранить ваши данные. Что такое данные? Это информация, которую вы храните на любом предприятии. Это та информация, которая вам необходима. И на самом деле любой человек, любого человека важна именно эта информация. То есть сколько, допустим, какая-то финансовая информация, персональные данные людей. Все это хранится на жестких дисках. И наши системы позволяют именно сохранять работоспособность жестких дисков в случае активации систем пожаротушения. Наш насадок, а называем его Synarix Silent Nozzle, в комбинации с огнетушным веществом, я думаю, что вы все, вы, наверное, знаете, NOVOC 1230, удерживает акустический шум на уровне, не влияющем на работу жестких дисков. Об этом в вебинарах, если вас заинтересует, я могу более подробно рассказать и показать вам на наших вебинарах, которые мы проводим индивидуально. Ну и глобальное решение, это мы называем это All-in-One. Когда все системы находятся в одном шкафу. Очень удобно. Не надо думать, допустим, о какой-то защите предприятия, либо какого-то помещения. Это та система, которую можно поставить в помещение, просто-напросто включить ее в розетку, и она заработает. И у вас есть и система обнаружения, и система оповещения, и система пожаротушения. Конечно же, так как все оборудование у нас модульное, есть масса примеров и реализаций, в которых собираются определенные корпусы 19-дюймовые, либо свободное расположение оборудования. Когда оборудование компонуется таким образом, что в одном шкафу находятся сразу все интеллектуальные системы, такие как и оповещение 4-5 типа, элементы обнаружения, допустим, аспирационные пожарные извещатели, элементы отображения – это пожарные панели, ну и также, соответственно, системы управления даже опасными ситуациями. Также я хотел бы уделить внимание системе рычевого аварийного оповещения, которая появилась у нас совсем недавно. И эта система является, наверное, она завершает круг систем пожарной безопасности, которые охватывает наше бизнес-подразделение. Это модульная концепция построения систем оповещения, в которых минимальная задержка составляет 0,4 миллисекунды. Соответственно, любое сообщение будет доставлено до слушателя незамедлительно. Портфолио охватывает в себя различные типы сетевых компонентов, которых может быть более 6000 сетевых различных компонентов, различные рабочие терминалы, различные панели управления, которые заранее предварительно сконфигурированы и настроены под нужды заказчиков. Ну и простая интеграция. Благодаря тому, что все системы, которые предлагает наше бизнес-подразделение, автоматизация и безопасность зданий, все системы работают по общепринятым промышленным протоколам. Это BACnet, это OPC, это Modbus TCP/IP. Соответственно, современные промышленные протоколы позволяют сразу интегрировать все системы в одну SCADA-систему. То есть все системы могут работать в одной цепочке, как и представлено на данном слайде. Ну и немножечко, пока осталось у нас время, точнее у меня время, это небольшое представление тех объектов, где, соответственно, реализуется и уже реализовано именно превосходное пространство. То есть где установлены системы пожарной безопасности Siemens, которые отвечают современным требованиям. Ну, конечно же, можем говорить много о Смоленской атомной электростанции, где установлены так называемые дедушка еще всех наших систем Siemens. Это та система, которая до сих пор эксплуатируется и работает уже на протяжении более чем 20 лет. Также Кольская АЭС. Конечно же, наш рынок охватывает и нашего соседа, Республика Беларусь, где применимы все также наши системы противопожарной защиты, начиная от элементов обнаружения и заканчивая системой безопасности, управления опасными ситуациями. Эти элементы, эти объекты оснащены самым современным оборудованием. Ну и если говорить о более промышленных. Это Новороссийский мазутный терминал, где стоят установленные системы пожарной безопасности Cerberus Pro. Это горноперерабатывающие различные заводы, даже московский нефтеперерабатывающий завод оснащен системами пожарной безопасности Siemens.
Мозырский. Ну и на самом деле данный перечень именно большой. Наверное, можно, возможно, вы даже увидите свой объект. А если, соответственно, будет необходимо, то есть по каждому объекту референс. Ну и, конечно же, наши заводы, которые есть у компании Siemens в России, точно так же оснащены современными системами обнаружения. Пожарная безопасность от Siemens. Когда вы считаете что-то важное, каждый элемент защиты имеет такое же важное значение. Денис, спасибо большое, очень подробно. Спасибо большое вам за уделенное время. Клад. Очень хорошо все рассказали. У меня к вам вопросы, конечно же, есть, и вопросы есть в чате. Угу. Вы сказали, что компания Siemens большое внимание уделяет требованиям. И вот сейчас мы коснулись в предыдущем докладе новых требований по своду правил 484. Эксперты называют это вызовом для всей отрасли, от проектировщиков до производителей оборудования. Угу. Скажите, Евгений, соответствует ли оборудование компании Siemens новым требованиям? Вы знаете, когда мы присутствовали с моими коллегами на первом, одном из чтений нового свода правил 484, когда нам озвучивались некие требования, присылали на ознакомление данный свод правил, мы его читали и прекрасно понимали, что даже когда он выйдет из обращения, войдет, наша система уже будет соответствовать этим требованиям. То есть, наверное, к счастью, к нашему, то, что нам не пришлось ничего переделывать. То есть она и заранее, то есть еще когда даже пришли первые редакции, она уже заранее соответствовала всем новым современным требованиям. Как я говорил ранее, сейчас мы идем всегда шаг вперед, мы изучаем все возможные варианты требований, которые могут даже возникнуть в любом мире, в любой стране, и всегда наше оборудование будет соответствовать самым передовым требованиям. То есть вы опережаете? Мы опережаем, конечно. Отлично. Но это не удивительно, компании Siemens 170 лет. Насколько я помню, здесь, конечно, уже наработано. Евгений, у нас много вопросов в чате. Я попрошу вас поделиться вашими контактами. Успеем ли мы ответить на все, но давайте будем пробовать. Вот у нас вопрос от Анатолия Васильевича Здорова. Для каких объектов предназначена система синтеза? Крупных, средних, малых? И эта система обеспечивает управление АУПТ. Ответьте, пожалуйста. Да, конечно. Система синтеза – это, я бы сказал, наверное, вершинка, верхняя планка нашего всего портфолио систем пожарной безопасности. В системе синтеза возможно применение в одной пожарной панели контроля до 120 кольцевых пожарных шлейфов и до 5000 адресных устройств, где у нас любое устройство занимает один адрес. Неважно, сколько элементов он может контролировать этот адрес, допустим, либо модуль, либо устройство. Мы говорим об устройстве, то есть физическое устройство. Допустим, пожарный замечатель – это одно устройство, в котором есть изолятор короткого замыкания. Контролировать мы можем, защищать мы можем самые различные объекты. Есть масса примеров, как от школ, которые расположены в Москве, либо также распределены по территории Российской Федерации, где стоят самые маленькие пожарные панели синтеза, также до касающийся московского, допустим, нефтеперерабатывающего завода, где данный объект оснащен системой синтеза, именно пожарными панелями, к которым подключено более чем 5000 пожарных извещателей, где выполняются самые жесткие требования именно «Газпрома». Так, ну, я думаю, что получил ответ наш участник. И от этого же участника вопрос, совершенствуется ли система Cerberus Pro. Конечно. Конечно же, система Cerberus Pro, наверное, больше всем известна под именно брендом Cerberus. Это наша одна из часто продаваемых линеек. Она для общего пользования. Они отличаются, система Cerberus Pro и система синтеза отличаются так называемым вариацией обнаружения пожаров. Это синтеза просто, так бы сказал, наверное, более умная и более совершенная технология обнаружения. Конечно же, Cerberus Pro точно так же обладает этим функционалом. Буквально совсем скоро ждет всех анонс о новых версиях пожарных панелей и семейства Cerberus Pro и синтеза, которая у нас будет
1 октября 2021 года, то есть ровно через 4 месяца, мы презентуем новые панели, новые решения именно для двух наших передовых решений по системам пожарной безопасности. Так, у нас еще вопрос от участников. Андрей Широков интересуется стоимостью обучения. Готовы ли вы на такой вопрос ответить? Стоимость обучения. Стоимость обучения может быть чуть больше нуля. Я, наверное, так отвечу. Либо равняться нулю. По вопросу обучения, компания Siemens предлагает массу обучений, касающихся именно планирования, также техническому обслуживанию. Эти семинары, допустим, по планированию читают мои коллеги, по техническому обслуживанию читаю я, по конфигурированию также читаю я. Ну и вопрос, что касается именно работы, именно запуска систем пожарной безопасности Siemens, то все зависит от партнерского статуса с именно компанией ООО Siemens. Как правило, все большие компании, нефтеперерабатывающие, учатся у нас и проходят обучение успешно. Отлично. Ну, тогда куда обращаться? Это к вам надо обращаться? Да, можно прямо обратиться ко мне. Я в чат написал свой электронный адрес, даже написал свои мобильные телефоны. Вы можете напрямую прямо писать мне, либо звонить. Я всегда буду рад познакомиться, завести новые контакты, связи. Отлично. Для дальнейшего сотрудничества. Да, у нас есть вот реакция от Михаила Корчагина, он отмечает, что с мобильного приложения отдать команду на управление системой – это потенциальный доступ для злонамеренных действий. Евгений, отреагируйте, пожалуйста. Да, я на это, конечно, отреагирую. Конечно, есть масса так называемых возможностей применения системы, мобильных команд. Конечно же, выполнять, допустим, управление мобильным телефоном на опасном производстве именно какой-то системы, ну, наверное, это любой службы безопасности не пройдет. Но, однако, можно всегда просматривать те события, которые могут возникнуть на производственном объекте. В том числе, я бы хотел отметить то, что есть различные уровни доступа. Допустим, оператор может находиться, допустим, в посту, и он может управлять этой системой. Тот же самый момент. Если мы предлагаем решение, которое, наверное, может быть не защищено, наверное, это не решение. Поэтому подключение даже мобильного телефона к пожарным панелям, либо к системам управления безопасностью, всегда защищено. Защищено складным шифрованием благодаря специальным устройствам, которые устанавливаются на выходе, перед пожарной панелью, что гарантирует нам факт именно конкретного правильного подключения и управления системой пожарной безопасности. Ну, я думаю, что я ответил на этот вопрос. А что касается, допустим, вопрос тоже от Михаила, это касается 4 секунд. На самом деле, любое решение, любые цифры, которые мы говорим, то есть если компания Siemens говорит 4, это значит то, что это время было протестировано. И во всех наших технических описаниях указаны, допустим, длина шлейфа, время реакции, время обнаружения. Это указаны те величины, которые мы сами протестировали на существующих объектах. То есть это не компьютерное моделирование, а именно факт того, что мы измеряли на существующем объекте. Отлично. У нас есть еще вопрос от Сергея по поводу устройств, позволяющих предотвращать дуговые пробои. Есть ли у вас такие устройства? Предотвращать, значит, какие-то дуговые замыкания. И в электрических сетях. Устройства типа АФДД. Да, я вижу. Сергей, спасибо большое за вопрос. В портфолио именно нашего бизнес-подразделения автоматизации безопасности зданий. Мы, в принципе, занимаемся слаботочными решениями. Это пожарная безопасность, система управления доступом, допустим, автоматизация здания элементами ГМС. Те вопросы, которые вы нам задали, они больше относятся к нашему соседнему бизнес-подразделению. Это SIEM. Соответственно, если у вас такие вопросы есть, то я могу на них ответить вам в личную почту, соответственно, я могу вас направить к моим коллегам, которые отвечают как раз-таки больше за электрические составляющие компоненты, которые предлагает Siemens
для других спектров решения, для других рынков. Угу. Ну вот он как раз пишет для промышленных, да, предприятий. Но да. Давайте, да, такие вопросы мы будем обсуждать уже лично. Виктор еще раз акцентирует на соответствует ли система Сименса сводом правил 484-486? Да, конечно. Ну, да. Давайте еще раз повторим, что все соответствует. Да, конечно, потому что проводили массу мероприятий. Конечно, я думаю, что многие, любой производитель, касающийся не только западный производитель, но и российские производители, также проводили массу мероприятий, которые были именно посвящены новому своду правил, в которых рассказывали о том, как правильно построить систему, которая соответствует новому своду правил, какие применяются технологии и какое оборудование необходимо подобрать. Конечно же, мы не отставали от наших конкурентов и точно так же провели массу мероприятий по оповещению о том, как именно строится наша система, как реализовать проект уже на базе оборудования Siemens. Это может быть линейка Cerberus Pro, синтез, даже элементы системы пожаротушения и оповещения, да, которая будет соответствовать SP484. Конечно же, отвечаю, да, системы полностью соответствуют данным требованиям. Отлично, спасибо вам большое. Спасибо за ответы на вопросы. У нас следующий докладчик. И спасибо. Я приглашаю в эфир Рустама Хусаинова. Это заместитель директора по развитию компании SMD. Тема у нас называется «Комплексные решения для построения слаботочных систем во взрывоопасных зонах». Пожалуйста, Рустам, выходите к нам в эфир. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас на нашем сегодняшнем мероприятии. И хотел бы начать свой вебинар с того, что меня зовут Хусаинов Рустам. Я являюсь заместителем директора по развитию компании СМД. И сегодня я расскажу вам о комплексных решениях для систем охраны пожарной сигнализации, систем обратной речевой связи, оповещения, видеонаблюдения и также другого оборудования, которое необходимо для обеспечения пожарной безопасности на объектах нефтегазовой отрасли. Начну я с первого слайда. На данном слайде вот как раз у нас комплексное решение для систем охраны пожарной сигнализации. Что из себя представляет данная система? Конечно же, перво-наперво это совместное решение с компанией Болит. Это приемно-контрольные приборы на базе S2000M во взрывозащищенном исполнении. S2000 боковое исполнение первое, исполнение второе и, конечно же, резервный источник питания для всей системы охраны пожарной сигнализации. Вот. Помимо этого, для систем охраны пожарной сигнализации у нас имеется большая линейка, широкая линейка извещателей, такие как извещатель пламени разного формата исполнения, то есть это искробезопасная цепь и взрывонепроницаемая оболочка. Также ручные извещатели, устройства дистанционного пуска, тепловые извещатели, дымовые, ну, комбинированный извещатель редут и дымовые линейные извещатели. Все это, все эти устройства передают сигнал на центральный пульт, приемно-контрольный прибор, S2000, боковое исполнение второе, и, конечно же, охранные извещатели для обеспечения безопасности на объекте. Предотвращение попадания туда посторонних людей. То есть это охранные извещатели линейки АТОН, то есть которые устанавливаются на какие-то колодцы типа, на двери входные, бесконтактный считыватель карт, это относится к системам SCUD, охранные линейные извещатели линейки MIREX. Ну, конечно же, для того, чтобы обеспечить включение всех извещателей и оповещателей в данных системах имеются коммутационные коробки, также во взрывозащищенном исполнении. Для того, чтобы отключить, например, аварийное отключение систем пожаротушения, имеются кнопочные посты с надписями разного содержания «Стоп МНС», «Стоп НС» и так далее. Для того, чтобы обеспечить оповещение персонала, мы производим большую линейку оповещатели, то есть это световые табло сферы МК с видом взрывозащиты взрывонепроницаемой оболочкой,
с видом взрывозащиты и безопасная цепь. Это световые табло сферы ВЗ и Сириус ВЗ. Их отличительная особенность в том, что сфера ВЗ идет у нас в комплекте с кабелем в металлорукаве длиной 1.5 метра, вплоть до 30 метров можем поставлять. И у Сириус же в комплекте идут кабельные вводы, что позволяет самим уже подключать непосредственно на объекте данный оповещатель. То есть на передней панели имеется крышка, которая открывается, и уже непосредственно там у нас имеются кремы для подключения данного табло. То есть световой, светозвуковой может быть данный оповещатель. Помимо световых оповещателей, таких как табло, имеются звуковые оповещатели, световые, светозвуковые серии орбиты. То есть здесь у нас имеется большая линейка в правом нижнем углу. Вот здесь вот. То есть это светозвуковой оповещатель, орбита, звуковые оповещатели, световые. Повышенной мощности световые оповещатели, орбита МКМС, меньшего размера, и большего размера это М2С. Повышенной мощности звуковой оповещатель, ну и, конечно же, громкоговоритель для передачи речевых оповещений на объекте. Если же у нас открыта какая-то местность и необходимо нам подать сигнал пожарной сигнализации, для того, чтобы персонал мог видеть на больших расстояниях, имеются вот такие вот комплексные решения для установки их на мачты, либо на каких-то возвышенностях и на открытой местности. И вот здесь вот как раз на данном слайде мы с вами видим то, что это готовое уже комплексное решение для обеспечения какого-то объекта пожарной сигнализации. Многие говорят то, что пульт контроля и управления вносится в взрывобезопасную зону, но бывают такие объекты, к сожалению, у нас в России, да и не только в России, когда таких помещений на объекте нет. Ну, для примера приведу. Это блочно-модульные какие-то установки для того, чтобы ранее, для того, чтобы обеспечивать их пожарную безопасность, приходилось рядом с блочно-модульной установкой, такой как SIGM, ставить дополнительный аппаратный блок, что приводит к затратам при проектировании и, соответственно, приводит к затратам при производстве этой системы на площадке. Так как приходится строить отдельное помещение, отдельный фундамент для аппаратного блока и, соответственно, кабельные линии переносить туда. И данное же решение позволяет нам, вот, например, S2000 ПКВ исполнение второе, помимо S2000M, позволяет устанавливать внутрь другие элементы, такие как КДЛ, КПБ, сигнал 10, 20 и так далее. Также там, где не требуется взрывозащита на объекте, бывают такие объекты, где промышленные объекты, также и нефтегазового сектора, имеется линейка, дублируется линейка оповещателей и извещателей промышленном исполнении. То есть отличительная особенность их от обычных бытовых оповещателей и извещателей в том, что они устойчивы к низким температурам, устойчивы к механическим воздействиям, то есть противоударный, ударопрочный полиамид исполнения. Вот здесь на слайде как раз исполнение второе S2000 ПКВ. Это вот как раз у нас совместное хорошее решение с компанией «Болит» позволило нашим клиентам реализовать блочно-модульные установки и другие какие-то станции, какие-то другие объекты, чтобы минимизировать потери финансовые и также позволяет реализовать компактные решения. То есть это какая-то блочно-модульная установка, как я ранее говорил уже. Либо мы данный комплекс поставляли на производство поездов, который перевозит непосредственно уже боеприпасы. И на схеме вот здесь вот представлено то, что можно дополнительно устанавливать какие-то приборы внутрь данного решения. Здесь идет у нас уже контактные группы S2000M, выводится на клеммную группу, то есть это удобство подключения извещателей и оповещателей непосредственно уже на объекте. Что это решение позволяет нам сделать? Здесь вот у меня представлена схема
где в левой части у нас как раз оборудование, которое ранее вносилось у нас в взрывобезопасную зону. Это резервный источник питания, сам S2000M, S2000SP1, сигнал 20M. Это вот как раз схема блочной модульной установки. Вот это же у нас была в правой части зона взрывоопасная. Слева это взрывобезопасная зона. То есть здесь у нас только устанавливались датчики непосредственно, извещатели, оповещатели во взрывозащищенном исполнении. А левую часть нам приходилось выносить в аппаратный блок во взрывобезопасную зону. Помимо этого, систем охраны пожарной сигнализации мы также производим совместно с компанией «Трамбом» систему диспетчерской связи и громкого оповещения на промышленных объектах. Это у нас и громкоговорители, и система обратного речевого связи, адресные вызывные устройства, кнопка тревоги аварии, речевой оповещатель орбиты МКЗ «Глобол» и световой оповещатель орбиты МКМ-2С для оповещения на крупных промышленных предприятиях, либо в шумных помещениях, либо на открытых площадках. Потом зона управления идет у нас, здесь уже абонентский усилитель, локальный блок связи и пульт диспетчера. Это уже у нас идет в кабине диспетчера самого, который находится в взрывобезопасной зоне. Административно-хозяйственная зона, ну это уже система непосредственно компании «Трамбон». Помимо этого, ближайшие разработки у нас рупорные оповещатели, телефон обратной системы обратной речевой связи. Ну и преимущество в том, что это также является комплексным решением для системы обратной речевой связи и оповещения громкого оповещения на промышленных объектах и объектах нефтегазовой отрасли. Речевой оповещатель мы производим как активный, так и пассивный. То есть пассивный – это у нас передается сигнал непосредственно с абонентского усилителя. А активный – это когда у нас предзаписанная речь уже на сам оповещатель. Для систем охраны пожарной сигнализации на объектах часто также применяются видеокомплексы для отслеживания каких-то помещений либо объектов на наличие посторонних личностей на объекте, которые могут совершить какие-то противоправные действия, поджог или так далее. Это позволяет нам предотвратить какие-то нештатные ситуации, то есть все ситуации данные передаются либо на компьютер оператора, либо на монитор оператора. То есть на таких объектах, как нефтеперерабатывающие заводы, буровые установки. Это позволяет нам минимизировать время реакции самого оператора, так как если пришел сигнал с оповещателя либо извещателя, мы уже с вами можем видеть непосредственно картинку самого объекта. Вот. Имеется большое количество решений, то есть это даже бывают у нас комбинированные видеокамеры, совмещенный тепловизор и сама видеокамера. Это позволяет определять перегрев какой-то станции и сразу выводить уже сигнал, картинку на пульт оператора. То есть он сразу видит в реальном времени, что происходит с какой-то установкой, либо дизельной подстанции, и, соответственно, принимает решение о запуске системы пожаротушения, либо отключение тревоги на пульте оператора. Вот, данное решение также вот здесь у нас представлено, то есть система видеонаблюдения для буровых установок. Готово решение «Орион Промбур». Соответственно, здесь также может подключаться комплекс охраны пожарной сигнализации, то есть которые следят непосредственно за мостками, буровой лебедкой, которая может в случае нештатной ситуации перегреваться и привести к возгоранию непосредственно самой буровой установки. Здесь вот как раз схематично представлено решение данное, то есть это где устанавливается
систем видеонаблюдения, камеры. Это площадка верхового, мостки, роторный стол, маш-отделение, буровая лебедка, устье ПВО, вибросита, насосный блок. Также в этих блоках у нас устанавливается извещатель пламени, либо тепловые извещатели, которые следят за пожарной безопасностью в данных помещениях, либо на данных площадках. Беспроводная передача данных непосредственно с какого-то объекта обеспечивается направленным Wi-Fi мостом, то есть это Orion МК Wi-Fi. Также данным видом связи мы можем передавать сигнал пожарной тревоги на РМ бурового мастера. Для обеспечения подключения всех извещателей и оповещателей комплексов видеонаблюдения мы производим большую линейку коммутационных коробок, то есть это от мала до велика, то есть на большое количество клемм, большое количество кабельных вводов, разного варианта исполнения и так далее. Кнопочные посты также имеют место быть при проектировании охранно-пожарной сигнализации, так как это обеспечивается аварийная остановка систем пожаротушения, либо срочный запуск систем пожаротушения уже самим оператором, бывают такие объекты. Ну и, конечно же, шкафы управления задвижками. То есть шкаф управления задвижками при тушении, то есть по разным схемам заказчика бывают разные варианты исполнения шкафов управления задвижками. То есть мы также их производим для того, чтобы обеспечивать безопасность на объектах нефтегазового сектора. То есть разные варианты, количество элементов, то есть включатели и выключатели на разные виды насосов. Ну и комбинированные посты светозвуковой сигнализации с постом опробования и инфицирования. Это больше имеет отношение к системам загазованности, то есть определение. Данные посты срабатывают при наличии загазованности на объекте, то есть газоанализаторы передают сигнал уже на приемно-контрольный прибор. Из приемно-контрольного прибора сигнал уже поступает на данную стойку. Они устанавливаются на открытой местности. Данные стойки также устанавливаются на таких предприятиях, как газоперерабатывающие заводы, нефтеперерабатывающие заводы, Амурский ГПЗ, ГХК. Вот на подобных объектах как раз устанавливаются данные стойки комбинированные. Ну и отличительная особенность применения комплексных решений при проектировании в том, что большое количество видов оборудования с различными характеристиками мы подбираем под требования рынка и самого, конечно, заказчика. Изделия под разные условия эксплуатации мы также помогаем нашим клиентам и заказчикам, проектировщикам для полноценного подбора оборудования. Полноценный приемно-контрольный прибор для взрывоопасной зоны S2000 ПКВ для систем УПС. Дело в том, что данный пульт знает большое количество людей. Многие смогут его запрограммировать именно так, как необходимо это на объекте. В отличие от других пультов, которые имеются у нас сейчас на рынке. Резервный источник питания ПКВ-РИП как для систем охраны пожарной сигнализации, так и для систем видеонаблюдения, либо других каких-то нужд. Надежность составляемого оборудования, простота в обслуживании, проектировании, монтаже. Отличительной особенностью нашей является это кратчайшие сроки производства оборудования, большое количество номенклатуры имеется на складах, высокое качество производства оборудования, гарантийные обязательства по всему поставляемому оборудованию, в том числе устанавливаемому внутри наших оболочек производства компании СНД. Ну и, конечно же, профессиональная помощь в подборе оборудования согласно опросным листам и требования заказчика. На текущий момент мы также расширяем рынок наш. Помимо российского и стран СНГ, мы сейчас получаем сертификат международный АТЭКС и выходим в международный рынок. Ну а на сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте я на них сразу отвечу.
Рустам, спасибо большое. Да-да, пожалуйста. Так. Михаил Коломин. При размещении оборудования в корпусе С-2000 ПГВ исполнение 2 выдерживается ли требование по размещению между оборудованием 50 мм в соответствии с СП-5.14? Да, конечно же, мы как раз это учитываем. То есть данный корпус был подобран специально так, чтобы обеспечить его электрообогрев, ну и также, чтобы соблюсти все вот эти вот требования согласно СП. То есть это расстояние именно вот этих вот 50 мм. Угу. Обязательно ли кабельные линии искробезопасной цепи систем пожарной сигнализации в взрывоопасной зоне выполнять в металлических трубах или бронированным кабелем? Или достаточно применять огнестойкий экранированный кабель? Дело в том, что на объектах нефтегазовой отрасли, согласно ПОЭ 2.3.15, у нас есть требование, то, что на высоте, если есть фактор повреждения кабеля, то даже бронекабель на высоте до 2 метров, на глубине до 30 сантиметров, должен прокладываться либо в трубе, либо в металлорукаве, даже бронекабель. Соответственно, открытая прокладка в взрывоопасных зонах чаще всего не допускается. Рустам, спасибо. Детально все рассказали, ответили на вопрос. На вопросы в чате. Я прошу опубликовать ваши контакты, чтобы наши участники смогли к вам обратиться напрямую. У меня тоже есть несколько вопросов к вам. Если коротко, прямо по пунктам, что отличает подход вашей компании от других? Мы стараемся больше делать комплексные решения, готовые решения, и всегда прорабатываем какие-то вопросы с нашими коллегами, то есть это с компаниями «Транснефть», «Газпром», «Роснефть», то есть они к нам обращаются именно с теми вопросами, на которые другие компании ответить не могут. Есть ли у вас поддержка при эксплуатации? Да, конечно, мы осуществляем поддержку, то есть в любом случае мы консультируем все монтажные организации, проектные организации, ну и, соответственно, при пусконаладочных работах, если какие-то вопросы возникают, в любое время нам можно позвонить, и мы всегда помогаем. Про СП вы уже сказали, про новые 484 СП, соответствуете полностью требованиям новым. Есть еще вот вопрос от Михаила Коломина. Во взрывоопасных зонах кабель должен быть с заполнением или как? С заполнением, то есть это с каким еще заполнением, интересно. Вот, во взрывоопасных зонах в большинстве случаев применяется бронекабель, то есть обычный кабель там крайне редко применяется. Вот, если же это искробезопасная цепь, в любом случае там идет кабель огнестойкий и прокладывается у металла рукавей. Но вот тут есть уточнение, галогенное заполнение. Нет, это не требуется. Такого требования нет? Заполнение не требуется во взрывоопасных зонах. Если это искробезопасная цепь, стоит барьер искрозащиты, который отсекает возникновение искры. В случае взрыва непроницаемой оболочкой, там уже идет кабель, прокладывается бронекабель, который защищен от механического воздействия. Ну, у нас тут активный чат. Вот, обычным металлорукавом или герметичным. Чаще всего применяется металлорукав с ПВХ-оболочкой. Отлично. Рустам, я хочу вас спросить про стандартный клиентский путь, куда обращаться, где получить более детальную техническую информацию. Может быть, я контакты как раз оставил, то есть почта наша sndbox.ru и, соответственно, сайт sndtlt.ru. Также имеются там мои контактные данные, то есть это и телефон, и скайп. В любой момент можете писать, звонить на все вопросы, я готов ответить. Понятно. На сайте, значит, какая-то более детальная информация тоже есть. Правильно я понимаю? Да, да. Немного, может быть, еще про обучение что-то расскажете для вашего оборудования. И вот у нас еще есть вопрос от Сергея Васильева.
Так, ну это в авроопасной зоне кабель до 500 вольт. Так, давайте, Сергей, вы оставите контакты, либо мне напишите в Skype. Я сейчас всю эту информацию посмотрю по ПУЭ 7.3, вот, и уже вам отвечу лично. В чате, либо в чате чуть немного позже вам отвечу. Действительно, вот чат очень удобный инструмент, поэтому, уважаемые участники, вы можете, даже подумав потом, обратиться попозже к какому-то спикеру. Вот, просто адресуйте и указывайте, к какому именно спикеру вы хотите обратиться. И если он вам не ответит в чате, то мы обязательно всегда передадим ему вопросы, поэтому пользуйтесь этим удобным таким инструментом. Уважаемые участники, если больше вопросов нет, то давайте мы перейдем к следующей нашей части конференции. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Стам, спасибо. У нас вторая часть конференции начинается, и я попробую вывести в эфир наших заказчиков. Я прошу выйти в эфир Александра Шутенко, это представитель гипертрубопровода ПАО «Транснефть». Александр, если вы нас слышите, побеседуем сейчас о задачах, которые стоят в обеспечении пожарной безопасности. Так, попрошу нашу команду помочь. Вот, и теперь я позвоню еще по телефону Сергею Карпову. Мы решили, что мы пообщаемся по телефону, потому что вот не у всех есть возможность, к сожалению, разговаривать с микрофоном. Сергей нас слышит, это представитель объединенной энергетической компании. Я сейчас его выведу в эфир. Дозваниваюсь Сергею, а пока попросим Александра, если он нас слышит. Ну, если он нас не слышит, в принципе, все ответы. Вот, Сергей, вы нас слышите? Давайте я вас вывожу в эфир. Вывожу в эфир Сергея. Сергей, попробуйте. Слышит ли вас? Алло. Да, поздоровайтесь с участниками, вас слышно. Да, Сергей Карпов, представитель объединенной энергетической компании. Мы коротко обсудим задачи в сфере обеспечения пожарной безопасности, стоящие сейчас перед объединенной энергетической компанией. Я попрошу вас ответить на вопрос, апеллируя к вашему практическому опыту. Какие задачи сейчас стоят в области пожарной безопасности перед компанией? Добрый день всем. Наши задачи, ну, первое, это, как все понимают, это обеспечение пожарной безопасности. Но в связи с чем наша компания занимается строительством строительных инженерных решений, в связи с получением, ну, выходом в этом и в прошлом году новых нормативных документов, часть проектных решений у нас, ну, можно сказать, поменялись. Это в связи с выходом вот СП-8, СП-10 и вот СП-484, 485, ну и других. В связи с этим, ну, считаю, что те, которые были наработаны у нас решения, нужно частично перерабатывать. Но чтобы их перерабатывать, нужно тогда иметь какую-то техническую базу. Техническую базу, это, наверное, скорее всего, у нас зависит от поставщиков и разработчиков оборудования. В связи с чем часть, которая применяется оборудование, оно в настоящее время у нас, ну, получилось устарело, а требует... Ну, даже заказчик требует уже какое-то новое техническое перевооружение, так, чтобы меньше работать руками, а чтобы больше отвечала за все автоматика. А он только мог видеть протокол, в котором бы отражалось, ну, какие-то дополнительные значения и информация, на которую надо было бы обратить внимание. Ну, и в связи с этим получается, что нужно как-то доработать, ну, вот это, как еще раз повторюсь, техническое вооружение.
вооружения, это по, ну, скорее всего, по пожаротушению, пожарной сигнализации, по системам оповещения, потому что в новых нормативных документах появляются дополнительные требования, которые, ну, нужно решить их сейчас, а не думая, что это будет через год, через два. Ну, думаю, Татьяна, именно вот у меня такое. Спасибо большое, Сергей. А скажите, пожалуйста, тут же возникает вопрос, вот идеальный путь поставщика, производителя, который хочет вам предложить новинки. Куда ему бежать? Я понял. Значит, смотрите, заказчик, мы все исходим, проектировщики, от заказчика. То, что хочет видеть, например, этот заказчик, в том числе он как экономист и как творитель своего объекта, он хочет, чтобы это было все качественно, но за дешевую сумму. То есть получается, что когда мы должны выбрать оборудование на стадии проект, допустим, при проектировании, мы выбираем оборудование, предлагаем заказчику как минимум 3 или 4 поставщиков. В связи с этим, работая с поставщиками, просим максимально, ну, чтобы максимально больше давали отдачу нам по информации, потому что идет вопрос, допустим, доказать нужно, что эта система работает лучше, и она более практична, и она более экономична. Не всегда поставщики идут, конечно, на данную информацию, так я понимаю, что бывает у них просто ее нету. А вот когда работаешь с производителями, допустим, можно привести пример Пошнефтехим. Вот в компании работаешь, если ты делаешь запрос, но если не завтра они тебе дадут, то послезавтра они предложат еще какие-то решения или предложат какое-то новое оборудование. Поэтому здесь не сейчас, в данный момент и в настоящее время, проектировщик делает концепцию, а оборудование он уже согласовывает с заказчиком. А заказчик говорит, что я хочу посмотреть, и, допустим, я видел на других объектах, там компания была одна, и можно ли ее рассмотреть, потому что меня устраивает там ценовая политика, меня устраивает оборудование, и по проектной документации мы вроде ничем не отличаемся. Угу. А вот если принципиально новое оборудование, ну, например, как вы считаете, какие рекомендации здесь могут быть для производителя? Принципиально новое оборудование, да, тут был такой один пример недавно, что решили камеру трансформаторов затушить тонкораскаленной водой не с емкости, как такая базовая большая установка, а модульными, поставить их в камере трансформаторов, не разводить никакую разводку, подвести только питание и отдать все сигналы. И вот здесь, конечно, возникает вопрос. Во-первых, то, что хочет заказчик, это технически может быть и обосновано, но на это нужно сделать определенные расчеты, на это нужно доказать с контролирующими органами свои решения, которые эти примут, потому что в настоящее время все равно часть экспертов, они опираются на свой, можно сказать, опыт. И не всегда могут пропустить то оборудование, которое им в новинку. Угу. Я поняла, да. Ну, с новинками всегда такая ситуация. Вот у нас есть вопрос от участника. Он спрашивает, есть ли у вас свой тендерный отдел,
И интересно ли вам будет тендерное сопровождение для участия в торгах, как от лица вашей компании, так и напрямую? Ну, смотрите, у нас компания действительно большая, и у нас практически есть, не практически, а все отделы, которые, ну, закупкой занимаются, закупкой оборудования, в том числе они же и занимаются тендерной работой. Но тендерная работа заключается у них в следующем. Они, допустим, поставщика или производителя определяют или там находят по согласованию заказчик. Но дальше эта документация должна вернуться в проектный отдел для того, чтобы ну, определить, насколько это оборудование нам подходит. Соответствует, оно да. Может быть, да, оно может быть подходит нам по физически, оно и по пожарной безопасности, оно к нам может подойти. Но есть нюансы, которые не подходят. Они говорят, да и оно дешевое, но только мы проектно заказали, там, допустим, условно, метр на 500, метр на 0,5 оборудование, а они нам предоставляют 2 на 2. И куда мы это оборудование можем поставить? Да, тендерный отдел у нас такой есть. Отлично. Сергей, правильно ли я понимаю, что, в принципе, познакомиться с новинками вы готовы? То есть сами, да. Если, например, я в чат напишу вашу электронную почту, ну, например, да, для наших участников, то вы готовы будете принять от них информацию по новинкам и что-то рассмотреть? Правильно я понимаю? Да, потому что дело в том, что у нас же есть форумы, и в том числе есть выставки. На этих выставках мы постоянно тоже принимаем участие, но как потребители. Пришли, посмотрели, поговорили с менеджером. Есть какие-то неопределенности, а дают нам конструкторов или дают нам того человека, который более подробно расскажет о своем оборудовании. Можно сказать, это детально. Поэтому, конечно, даже когда оставляешь телефон, то с выставки бывают производители тоже говорят, давайте мы с вами поработаем. Но тут зависит уже еще второй фактор, и он является основным. Потому что если нету объекта, то применить предлагаемое оборудование прямо всю минуту и в этом году не представляет возможности. Но это надо тоже учитывать. А то нет, давайте будем работать и все. Давайте. Ну, я так понимаю, что у вас компания очень большая, постоянно какая-то реконструкция объектов производится, наверняка строительство. Да, у нас идет строительство и реконструкция уже существующих объектов. Не только подстанции, но и электростанции. Сергей, спасибо вам большое, много прояснили. Команду сейчас попрошу дать вашу электронную почту в чат. Спасибо за возможность такой беседы. До свидания. До свидания. Включаю камеру. Побеседовали сейчас с Сергеем Карповым. Напомню еще раз, представитель Объединенной энергетической компании. Попросила команду, и в чате будет его электронная почта. Вы можете обращаться к Сергею. Он готов послушать, посмотреть новинки, которые у вас есть, обсудить их возможность. Потому что компания большая, действительно производится и реконструкция, и строительство новых объектов постоянно. Я прошу представителя Магнитогорского металлургического комбината Александра Бахарева. Если у него есть желание, то тоже присоединяться к нашей беседе, вот выходить в эфир. Вот. И у нас, я говорила, Александр Шутенко из гипротрубопровода АО «Транснефть». Если он появился в эфире, то отлично. Если нет, прошу команду дать мне знать, потому что Александр мне ответил на вопросы, и тогда я просто озвучу его ответы, просто сама. Вот, отвечу на его вопросы. Вопрос у нас был, мне дают знать, что Александр сейчас пока не в эфире,
Мы, возможно, попозже немножко соединимся с ним и еще раз обсудим. Итак, я спросила его, какие задачи и проблемы в области обеспечения пожарной безопасности сейчас стоят у АО «Гипротрубопровод». И он мне ответил, что сейчас это плановая замена, то есть техническое перевооружение существующих систем пожарных сигнализаций, системы оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения объектов ПАО «Транснефть». Что это за объекты? Это нефть и нефтепродукты, перекачивающие станции и другие площадные объекты. Поэтому вот кого интересует, пожалуйста, тоже обязательно напишите, мы дадим контакты Александра, его будет интересовать вот такая задача. Кроме того, совершенствование принимаемых технических решений, в том числе путем разработки типовых проектных решений в соответствии с нормами, с новыми нормативными документами. Это своды правил, вот мы уже упоминали, 484, 485, 486 и свод правил 6.131.30. 2021. Вот такие у нас пока задачи стоят, были обозначены Александром Шутенко. Попрошу тоже команду дать его электронную почту. Возможно, что-то вы ему поможете решить. Еще я сейчас озвучу ответы Андрея Христолюбова. Это представитель проектного института, одного из проектных институтов Роснефти. Называется РН Красноярск-Нефть. Он мне озвучил так, задачи, которые стоят перед ним. К сожалению, он не может подсоединиться, потому что нет такой технической возможности. А задачи стоят такие. Это рассмотрение возможности оптимизации типовых решений, а также их актуализация в части защиты зданий автоматическими пожарными сигнализациями на основании новых требований, приведенных в своде правил 484 и 485. Поэтому вот кто может такие задачи помогать решать, то давайте тоже общаться. Вопросы и предложения к Андрею тоже можно написать в чат. Команда ему передаст, и он по возможности будет отвечать. Просто помечайте, что это для Роснефти. Мы говорили о пути поставщика и говорили с Сергеем Карповым, напомню, из Объединенной энергетической компании. Тот же вопрос я задавала Александру Шутенко, «Транснефть». И он мне ответил, что все поставки через торги на Сбербанк СТ. Информационные сообщения по почте Александр просил отправлять ему на его e-mail. Так что вот я уже вижу, что контакты Александра опубликованы. Пожалуйста, информационные сообщения он ждет. Также, уважаемые участники, я хочу обратить ваше внимание, что если есть вопросы по сводам правил, то мы передадим участникам от НИПО. Я вчера лично переговорила с Анной Витальевной Мордвиновой. Она сейчас находится в отпуске. Это начальник научно-исследовательского сектора в НИПО МЧС России. И такие вопросы тоже с пометкой для НИПО, пожалуйста, отправляйте в чат. Это будет полезно, потому что на следующем мероприятии, а я говорила, что у нас цикл, серия мероприятий, мы обязательно пригласим Анну Витальевну, и она с удовольствием ответит вам на вопросы. Я думаю, что немножко вот перебрала со временем, но сейчас у нас следующий участник. Это Борис Протасов, начальник отдела пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента технической эксплуатации и текущего ремонта «Стройгазмонтаж». Доклад у него называется Доклад будет по теме «Организация противопожарного режима в вахтовом городке строителей». Вот такая тема. Я буду Борису Николаевичу звонить по телефону, вот буквально как мы это делали сейчас с вами, с Сергеем, как мы уже это делали, потому что связь вот такая неустойчивая. Борис Николаевич, вывожу вас в эфир, пожалуйста. Да? Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемый пожарной безопасности ГОИЧС компании АО «Стройгазмонтаж» Борис Николаевич. Тема моего выступления – организация противопожарного режима
в Ахтовом городке строителей. Ну, достаточно тема уже много раз хожена, так сказать, но тем не менее вопросов возникает очень много по пожарной безопасности. И первое, о чем я хочу вам напомнить, что такое вахтовый жилой городок, либо городок строителей. Это универсальный комплекс объектов для постоянного и временного размещения работников на вахте или за пределами населенных пунктов. Ну, собственно говоря, если мы ездим по Москве, Московской области, то далеко не ходить, очень часто видим так называемые вахтовые городки строителей. Но некоторые, конечно, представляют из себя дикий ужас. Начать свое выступление я хочу с информации о проверке одного из вахтовых городков строителей на одном из объектов Ямало-Ненецкого округа. Но, собственно говоря, информацию это взял из интернета. Так вот, в ходе проверки прокуроры вскрыли целый ряд нарушений пожарной безопасности в вагон-городке предприятия. По мнению проверяющих, руководитель организации не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности жилого городка. Вблизи электрических щитов, тамбур вагон-домов размещены горячие предметы и материалы. В одном из вагон-домов неисправен автономный дымовой пожарный извещатель. Во всех вагон-домах установлены огнетушители, которые не соответствуют классу возможного пожара и не предназначены для тушения твердых веществ. Также в вагон-домах применяются масляные и конвекторные обогреватели, которые эксплуатируются круглосуточно без постоянного присмотра. Генеральному директору предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокурор возбудил в отношении организации и руководителя административных дел дела по части 1 статьи 20.4 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. В итоге нарушения были устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также виновным лицам было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Что хочется сказать еще? Игнорирование техники пожарной безопасности в вахтовых городках строителей не раз приводило к гибели людей. Ну, например, в 2015 году по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации проходили проверки вахтовых жилых городков по всему Уральскому федеральному округу. Они начались после трагедии в феврале 2015 года, когда в ходе пожара в одном из вахтовых городков погибли 6 рабочих, граждане Сербии. Тем не менее, трагедия повторилась 25 сентября опять в одном из поселков Уральского федерального округа, где проживали рабочие, и при пожаре в вагончике погибли 2 человека. Ну, собственно говоря, я потратил некоторое время вот по поводу пожаров в вахтовых городках, не только вот комплекса нашего топливо-энергетического, хотя сразу оговариваюсь, там, где у нас монстры, так сказать, это «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», там, конечно, и требования, и внутренняя нормативная документация выполняется, и жилые городки достаточно хорошие. Вот. Но, тем не менее, если говорить, допустим, о субподрядных организациях, да и подрядных организациях, мы можем увидеть много нарушений. Вообще, какие противопожарные мероприятия должны выполняться в вахтовых жилых городках строителей? Ну, как такового единого документа, допустим, вот был бы свод правил единый по вахтовым городкам строителей, где было все прописано. Здесь получается сбор, значит, сводов правил, там выборка идет норм пожарной безопасности, закона о техническом регламенте требований пожарной безопасности. Но, собственно говоря, в результате что мы имеем? Первое, что подрядчик отвечает за пожарную безопасность в вахтовом городке строителей. Территория вахтового поселка должна быть очищена от сухой травы, а весенне-летний пожароопасный период должна быть защищена по периметру минерализованной полосой шириной не менее 2,5 метров. Для наблюдения за противопожарным состоянием должна быть организована круглосуточное дежурство персонала. Что очень важно, что расстояние от вахтовых поселков весенне-летний пожароопасный период, который идет в настоящее время, должен быть до места разработки или открытого залегания торфа не менее 100 метров.
до лесных насаждений хвойных и смешанных пород не менее 50 метров. До лесных насаждений лиственных пород не менее 20 метров. На нашей необъятной территории нашей страны у нас есть, конечно, отдаленные строительные объекты и, так сказать, вахтовые жилые городки, как, ну, извините за выражение, тьму таракань, куда, в общем-то, не всегда может прийти пожарный инспектор, и руководители порой идут в нарушение даже вот этих вот расстояний, к чему порой потом приводят, конечно, пожары. Вы видите, как сейчас на территории наших лесных массивов, какое количество пожаров. Далее идем. Вагон-домики допускается размещать группами не более 10 штук и площадь не более 800 квадратных метров. Расстояние между зданиями и вагон-домами внутри группы должно быть не менее 3 метров. Между группами должен быть противопожарный разрыв шириной не менее 15 метров. Что также особенно важно, следующее, что стоянка автотранспорта и строительной техники должна осуществляться на расстоянии не менее 15 метров от вагон-домов и места открытого хранения материалов и оборудования. Мы заезжаем в вахтовый городок, строители, соблюдается это не всегда. На въезде в вахтовый поселок должна быть вывешена схема с указанием мест размещения зданий, вагон-домов, техники, мест хранения материалов и оборудования, организация движения автотранспортной техники, мест размещения первичных средств пожаротушения, мест стоянки техники, в том числе и топливозаправочной, мест расположения ближайших водоисточников. Территория вахтового поселка должна быть также оснащена пожарными щитами в соответствии с требованиями правил противопожарного режима Российской Федерации. Там есть соответствующее приложение. Также вахтовый поселок должен быть оборудован телефонной связью или радиосвязью. Все здания, сооружения, вагон-дома, корпуса щитков управления электрооборудованием должны быть заземлены. В помещениях вахтового городка должно быть предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации. Вывод приема сигнала тревога, пожарная охрана, пожарная сигнализация заблокированных объектов необходимо осуществлять на приемной станции в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. То есть это пожарное депо, различные диспетчерские, сторожевые помещения. Для наружных линий указанной сигнализации допускается использование телефонной связи. В помещениях для обогрева и подживания рабочих запрещается применение открытого огня. Но, к сожалению, у нас есть еще вахтовые городки, где обогрев идет, печное отопление. Вот, есть и такое. Вот, и здесь, конечно, немаловажное значение – это обучение истопников, проведение инструктажей по пожарной безопасности и соответствующий контроль должен быть. Каждое жилое, административное, общественное, складское здание с постоянными рабочими местами должно быть оснащено самоспасателями из расчета не менее одного на каждого проживающего и на каждое рабочее место. К сожалению, этот пункт тоже не всегда выполняется. Ну вот, собственно говоря, небольшое отступление. Когда было первое мое выступление на форуме, много говорили о средствах индивидуальной защиты органов дыхания, то, что можно их, конечно, закупить, но работодатель, подрядчик говорит, где нормативная документация, это указано, что я должен приобретать. И вот, наконец-то, это появилось. Собственно говоря, сейчас дежурная сила и средства. На каждого дежурного должен быть один самоспасатель, один фонарь. Но я считаю, что вахту в жилых городках строить, особенно которые находятся на удалении, все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. В каждом вагон-доме на видном месте должна быть вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности. Все проживающие должны быть ознакомлены с инструкцией под роспись. И не абы как там распиши, а реально проводить инструктажи, и неоднократно надо их делать. Каждое здание должно быть укомплектовано не менее 2 огнетушителями. В базовых поселках необходимо предусматривать пожарное депо из расчета для поселков с населением. Ну, конечно, у нас бывают большие поселки, там до 1000 человек, то есть должен быть один автомобиль в пожарном депо.
Вот. А если у вас жилой городок с населением бывает до 5000 человек, то здесь должно быть до 2 автомобилей. Также в актовых поселках следует иметь помещение для пожарной мотопомпы и хранения противопожарного инвентаря. Очень важно, что на территории вахтовых поселков должны быть определены места для курения. Каждое место курения должно быть оборудовано урнами для окурков, обозначенным знаком. Место для курения обеспечено емкостью с водой. Ну вот это вот сколько езжу на объекты с проверками, конечно, это бич. К сожалению, курильщиков очень много, порой нарушают курение, идет не около, не в месте для курения, а порой, в общем-то, и на территории строительной площадки, что тоже страшно. Что запрещается на территории вахтового поселка? Это загромождать проезды, подъезды, противопожарные разрывы, оставлять на открытых площадках баллоны со сжатым или сжиженным газом, емкости с легковоспламеняющими жидкостями и горючими жидкостями, разводить костры, применять открытый огонь, загромождать аукционные выходы, хранить в помещениях взрывчатые вещества, применять самодельные нагревательные приборы, нагревательные приборы не заводского исполнения, пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, применять самодельные планки и ставки, оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, эксплуатировать электрические водонагревательные приборы со снятым защитным колпаком, применять для освещения свечи и другие источники огня. Да, у нас еще есть такое, что и свечками пользуются. Включать сеть бытовые электроприемники без устройств для подключения заводского изготовления. Сушить одежду и средства индивидуальной защиты на поверхности нагревательных приборов. Перегружать электросеть с вышеустановленной проектной документацией мощности. Вот это запрещается. В принципе, вот по каждому пункту можно приводить примеры. В жилых помещениях эксплуатация масляных электронагревательных приборов запрещена. Это должны четко помнить. Ну и что важно для вахтовых городков-строителей, и это следует не забывать руководителю, значит, строительства, это должны проводиться тренировки по эвакуации персонала при пожаре. Есть соответствующие методические рекомендации МЧС, где четко все расписано. То есть должен составляться план проведения тренировок не менее 2 раз в год, то есть не менее раза в полугодие. Эта тренировка должна тщательно готовиться, а не абы как. И отрабатываться должен каждый пункт. То есть при обнаружении пожара или признаков горения должен быть какой порядок. Это сообщение по телефону в пожарную охрану, при которой называется адрес объекта, место возникновения пожара. Оно сообщается своей фамилией. Принимаются меры по эвакуации людей, по возможности сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первично стационарными средствами пожаротушения. Но сообщение о пожаре руководства объекта. Вот интересная вещь, значит, это ликвидация пожара первичными стационарными средствами пожаротушения. Ну, собственно говоря, огнетушители, да, наши самые распространенные первичные средства пожаротушения. К сожалению, когда вот приезжаешь проводить тренировку и дать сотрудникам там огнетушители попробовать, они стоят на учете, а где мы другие закажем. Но всегда сверху должны людей надо обучить, учить войска тому, что необходимо на войне. Собственно говоря, вот нашей компании мы добились того, что вот при проведении тренировки 2-3 огнетушителя мы используем, запускает персонал, тренируется, это в основном углекислотные порошковые огнетушители. И тоже, тут и также есть особенность при работе с данными огнетушителями. Но, к сожалению, это делается не везде. Вот. И, собственно говоря, что еще хочется сказать в своем выступлении. Вот как я уже начинал, что нету единого нормативного документа по вахтовым жилым городкам. Вот хотелось, да, есть, допустим, я вот много работал по интернету, беседовал с коллегами, допустим, в Транснефти свой документ, в Газпроме свой документ. Но вот если был бы единый, легче было бы и руководству, и проверяющим, тому же ответственному за пожарную безопасность на объекте, вот проверять, все ли у него так сделано, чтобы приводить к единому стандарту. Переработаны были правила противопожарного режима Российской Федерации. Да, у нас это,
В армии устав пишется кровью. Наши правила противопожарного режима мы тоже пишем кровью. ЧП произошло в лагере, да, в Пионерском, сразу начали вводить там соответствующие, значит, требования. Вот, ввели требования для объектов религиозного там культа. А, собственно говоря, вот что это, вахтовые городки не надо, да, там, если, конечно, почитать внимательно, можно собрать, но вот я считаю, что должен быть единый какой-то свой правил, единый документ должен, где все от и до прописано, как это должно быть, и все должно быть единое. Тогда мы не будем видеть, вот что хотя бы вот это не только вот для нашего топливно-энергетического комплекса, но и для других строительных объектов. Ну вот, даже будем говорить, по Москве сегодня ехал, плитку рабочую кладут. За забором эти вагончики раскиданы, непонятно что, вплоть до того, что соединение там проволоки, без изоляции. Вот он, готовый пожар. Угу. Борис Николаевич, спасибо вам большое, очень интересно. И последнее, чем я хочу закончить, уважаемые коллеги, значит, то, что наш девиз должен быть: театр начинается с вешалки, армия с казармы, а стройка с вахтового жилого городка. Всем большое спасибо. Спасибо вам. Я напомню, что «Стройгазмонтаж» – это крупная российская строительная компания, строит магистральные трубопроводы и является даже генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Вот такая у нас постановка вопроса. Необычное. Вот я вижу, что Михаил Корчагин говорит, что нормы есть. И действительно, вот я разговаривала с проектным институтом Роснефти, с Андреем Христолюбовым, он тоже говорит, что нормы есть, но они действительно разрозненные. Вот не стоит ли действительно поставить вот так вопрос о едином каком-то комплексном документе? Уважаемые участники, тоже пишите свои комментарии, как вы считаете, стоит ли так задать вопрос, например, для ВНИИПО. Теперь я думаю, что уже у нас время, поэтому давайте мы перейдем к следующему докладчику. И я хочу объявить Андрея Александровича Макеева, заместителя директора Департамента надзорной деятельности МЧС России, членом нашего оргкомитета форума, с докладом «Совершенствование технического регулирования в области пожарной безопасности». Андрей Александрович, как меня слышите? В эфире. Андрей Александрович, в принципе, вас слышно, но не видно. Так, у нас какая-то заминка техническая. Андрей Александрович. Так, я прошу команду тогда связаться с Андреем Александровичем. Может быть, что-то у нас с техническим выводом докладчика в эфир. Давайте я позвоню Андрею Александровичу. Пока можно писать вопросы для Андрея Александровича. Часть вопросов мне уже участники направили, поэтому мы будем тоже зачитывать эти вопросы. Помечайте, что вопросы для Андрея Александровича. Сейчас у нас будет небольшая, видимо, заминка. Еще раз попрошу выйти в эфир. Вот уже первые вопросы у нас поступают. О предлагаемых изменениях ФЗ. Мы сегодня, наверное, как раз услышим об этом. Так, слышно меня? Вот, отлично, слышно. Спасибо большое. Алло. Да-да. Да, вас слышно, вы в эфире. Андрей Александрович. Вас слышно? Можно начинать? Андрей Александрович, ждем.
Алло. Вы меня слышите, да? Угу. Сейчас, минуточку. Слушай, Макей. Перезвоню. Я извиняюсь, я тут у меня видеоконференция. Хорошо? Ага. Так, как слышно? Слышно вас отлично. Слушай, да что тут пока меня не видно, не слышно сейчас. Ага. Алло. А я вас не слышу, там вообще... Что? Ага. Хорошо, спасибо. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Разрешите приветствовать вас от имени Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Российской Федерации, заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Макеев Андрей Александрович. Ну, в первую очередь, как бы я хотел сказать, что вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли со стороны МЧС России уделяется особое внимание, потому что, во-первых, это не только безопасность жизни и здоровья людей, но и вопросы обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации, это вопросы и обеспечения работоспособности нашей инфраструктуры, обеспечения работы объектов социальной важности и, так сказать, их защищенности. Поэтому работа министерства, нашего министерства строится, как и по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций пожаров на данных объектах, так и в области противопожарного нормирования, направленной на недопущение возникновения пожаров, а также на снижение последствий в случае таковых возникших. В настоящее время в министерстве проводится такая работа, в данном случае Департамент надзорной деятельности ведет эту работу, а конкретно нормативно-технический отдел и отдел перспективного развития пожарной безопасности. Эта работа проводится на плановой основе, как и по мониторингу практик применения нормативных документов, то есть по обращению организаций, граждан, по различным программам, дорожным картам, которые нам ставят работу правительства. В том числе есть дорожные карты, которые касаются совершенствования нормирования и в области обеспечения пожарной безопасности нефтегазового комплекса. Отдельные вопросы касаются реализации сжиженного природного газа на территории Российской Федерации. Так и большая работа у нас проведена была в течение 2 лет. Это реализация так называемого механизма регуляторной гильотины. Ну, хотел бы как раз по поводу этой гильотины сказать, что у нас. В принципе, это регуляторная гильотина, это логическое продолжение той процедуры, которая у нас началась с 2002 года, когда был принят закон о техническом регулировании. То есть нам был принят, разработан и Государственной Думой был принят первый технический регламент, и это впервые, так сказать, установили на федеральном уровне технические требования пожарной безопасности для объектов, в том числе объектов нефтегазового комплекса. Ну, так как этот регламент был, исторически могу сказать, если этот регламент был первый, поэтому он, может быть, был не совсем удобный, он содержал очень много числовых требований. То есть, если, ну, если честно говоря, там, в принципе, перешли основные наши нормативные документы, которые действовали еще на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, это был большой прорыв в то время, потому что большое количество нормативных документов, в том числе и отраслевых, и территориальных, и устаревших, избыточных, анахроничных, в тот момент были отменены, и практически более чем 100 раз было сокращено количество требований. Технический регламент совершенствовался периодически, вот, он уже практически стал
так сказать, ну, рамочным, если так можно сказать, и ну, не то, что декларативным, но устанавливающим обязательные, минимально обязательные требования. Остальные документы у нас, как вы знаете, требования все изложены в сводах правил. Таким образом, вот эта регуляторная гильотина у нас началась 2 года назад, и началась она, как бы дал ей старт председатель правительства Российской Федерации, он на 10-м Гайдаровском форуме озвучил поручение президента Российской Федерации о том, что у нас очень много избыточных требований до сих пор остается, потому что до гильотины у нас реализовался, так сказать, механизм трансформации делового климата. Вот. И, кстати, здесь можно сказать, что активное участие в рамках трансформации делового климата принимало участие представители крупных нефтегазовых компаний, и как раз представители этих нефтегазовых компаний были модераторами по проведению этой трансформации. Но дело в том, что, как я могу сказать, мое видение вот, по поводу вот этой процедуры по трансформации делового климата, это было точечное изменение, вносимые в нормативные документы по предложению представителей бизнес-сообществ, представителей определенных предприятий, структур. Вот. Но как бы мое видение было в том, что это были точечные изменения, связанные именно с конкретной какой-то проблемой на конкретном предприятии. То есть, ну, не могут из года в год выполнить требования предписания. Поэтому как бы попытались это все кардинально внести изменения просто в нормы, чтобы больше не включали в предписание данные нарушения. Вот. Но это дело, конечно, неправильное, потому что подход такой, как бы решить проблему у себя, снимая требования пожарной безопасности на всей территории Российской Федерации, это неправильно. Так вот, как показала практика, что вот эта процедура трансформации делового климата, она не совсем пошла, и поэтому руководство нашей страны приняло радикальное решение сделать вот эту гильотину. Полностью с 2021 года отменить все нормы, разработать новые, и значит, те, которые были доведены до 2021 года, они просто не будут применяться при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Так вот, когда председатель правительства озвучивал решение президента о проведении этой гильотины, он на Гайдаровском форуме он как раз привел пример, как положительный, это технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Дословно он сказал, что мы проведем ту же самую процедуру, как это в 2009 году сделал МЧС России, разработав технический регламент. И у меня тогда было чувство, что мы, наверное, под гильотину, наши требования пожарной безопасности под гильотину не попадут. Вот. А как я могу сказать, что как раз концепция гильотины – это отмена всех обязательных требований. В области пожарной безопасности у нас только 2 документа, которые устанавливают обязательные требования. Это требования технического характера, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, то есть, ну, грубо говоря, требования к железу, там, к производству и прочее, и требования режимного характера, то есть вот, порядок содержания территории, поведение людей. Это правило противопожарного режима, установленное постановлением правительства Российской Федерации в соответствии с данным полномочием 69-м законом о пожарной безопасности. Вот. Но была попытка, конечно, и своды правил пустить под гильотину, но все-таки мы отстояли, основываясь на том, как вы знаете, что техническим регламентом определено, что своды правил пожарной безопасности – это документы добровольного применения. Ну, однако, там у некоторых было такое мнение, что это псевдодобровольное, потому что все равно настаивают принимать эти документы, выполнять требования этих документов через предписание. То есть, как бы позиционировать, что если предписание включено, значит, обязательно это требование. Нет. Есть административный регламент осуществления надзора, установленный приказом МЧС России, зарегистрированным в Минюсте, в котором сказано, что выполнение требований предписания может, ну, я своими словами скажу, может осуществляться 2 способами. То есть это выполнение пункта предписания, то есть нормативного документа требования, ну, и как желает собственник, либо через расчет пожарного риска. То есть он может обосновать о том, что вот невыполнение вот этого требования на данном объекте, оно является избыточным, либо он разрабатывает какое-то другие альтернативные решения, которые удовлетворяют его с точки зрения экономической целесообразности, либо с точки зрения там, необходимости, связанной с технологией. И расчет риска не превышает установленных техническим регламентом значений.
Поэтому здесь как бы говорить о том, что своды правил у нас все равно получаются как обязательные, здесь теоретически нельзя. Конечно, могут быть где-то и перегибы, потому что бывает, что поступает к нам обращение жалобы, что не принимают расчет риска, ну, начинают лезть в сами расчеты. Здесь я хочу сказать, что мы имеем право проверять только исходные данные, и то при плановой проверке. То есть сам расчет, как он проведен, мы не имеем права проверять. Есть, конечно, здесь проблемы, многие спекулируют этими расчетами. В частности, конечно, очень много на рынке появилось программных продуктов, которые выполняют эти расчеты, которые якобы сделаны на основе утвержденных наших методик, утвержденных МЧС России. Вот. И, как говорят те же самые практики, что, посчитав на некоторых программах, мы можем получить разные значения при одних и тех же условиях. Вот. Здесь мы пытаемся сейчас провести такую работу, чтобы установить требования как по какой-то там, допустим, верификации этого программного продукта, либо сертификации. Вот. Но, однако, сейчас вот я просто этот вопрос изучаю, я пока не могу найти, чтобы мне, вот, так сказать, начать эту работу, и она успешно пошла, найти аналогичные какие-то законодательные требования по поводу необходимости сертификации какого-либо программного продукта, либо вот программного обеспечения. А так, конечно, вот это было бы замечательно, если бы у нас все методики были бы, вернее, все программы, они были бы объективными, давали объективные результаты, понятные и доступные. Так вот, значит, продолжение нашей гильотины. Кстати, по поводу гильотины, значит, под нее не попадают федеральные законы, под эту гильотину. Поэтому наш технический регламент туда не попал, но, тем не менее, мы сейчас организовали и провели достаточно большую работу по внесению изменений в технический регламент о требованиях пожарной безопасности. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что у нас вступил в силу 043-й регламент Евразийского экономического союза, который предъявляет требования к средствам противопожарной защиты и пожаротушения. Вот. И поэтому по международному соглашению Евразийского союза не должны применяться требования к продукции, установленные национальным законодательством. И посему все требования из технического регламента требований пожарной безопасности, которые предъявляют требования к пожарно-технической продукции, здесь я хочу уточнить, что именно к пожарно-технической продукции, а не к продукции общего назначения. То есть все требования по пожарной опасности к отделочным материалам, к кабельной продукции, ну не всей кабельной продукции, а та, которая не попадает под регламент Евразийского экономического союза, строительные материалы, отделочные, все это остается в 123-м законе и подлежит подтверждению соответствия именно пока только в рамках сертифицирования в области пожарной безопасности в рамках Российской Федерации. Вот, поэтому из подготовленной редакции у нас исключены все требования вот к той продукции, которая сейчас входит в состав технического регламента Евразэс. Ну, естественно, там такая чистка произошла тоже определенная, там некоторые спорные вопросы были урегулированы. Вот, то, что касается и по показателям горючих веществ и материалов. Но самый такой как глобальный, как я считаю, большой прорыв мы туда внесли, в этот технический регламент, это изменение в 6-ю статью 123-го закона. Ну, хочу напомнить, что 6-я статья – это статья, которая дает механизм подтверждения требований пожарной безопасности объекта защиты. То есть, как вы знаете, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если выполняются требования технических регламентов, разработанных в развитии федерального закона о техническом регулировании, и пожарный риск не превышает установленных техническим регламентом значений. Либо выполняются требования технических регламентов, разработанных в развитии закона о техническом регулировании, и нормативные документы по пожарной безопасности. То есть это добровольное применение своды правил или национальный стандарт. Ну, то есть вот принцип добровольности как раз этой статьей обеспечивается. Но все, кто работает на поприще расчетов риска,
сталкиваются постоянно с проблемой, что не все параметры, которые заложены в сводах правил, можно обосновать расчетом риска. И это так в методиках и сказано, что расчетные методы позволяют отступить только от тех параметров, которые в данной методике заложены. Вот. Поэтому, допустим, ну, 4-4, она более, так сказать, прогрессивная методика, более, учитывая больше, так сказать, моментов, которыми можно оперировать. Вот. Но, допустим, 382-й приказ, это для всех объектов, кроме производственных, нельзя обосновать, допустим, сокращение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, проезды, подъезды, различные их конфигурации, предел огнестойкости несущих конструкций, ну и ряд других тому подобных требований пожарной безопасности. Что, собственно, если так уж, ну, может, плохо сказано, но дискредитирует ту концепцию, которая заложена в законе о техническом регулировании по поводу гибкости подхода к предпожарному нормированию и добровольность применения сводов правил. Но что я хочу сказать. Сейчас, в принципе, с точки зрения действующего законодательства этот вопрос, он решаем. То есть обосновать те параметры, которые не могут быть подтверждены расчетными методиками, потому что, ну, только он очень сложный с точки зрения обоснования его с правовой точки зрения. Вот ведь если, допустим, посмотреть на 6-ю статью, там сказано, что пожарная безопасность обеспечивается соблюдением требований технических регламентов, выпущенных в развитии закона о техническом регулировании. То есть не данного конкретного технического регламента о требованиях пожарной безопасности, не настоящего технического регламента, а технических регламентов. То есть у нас требования пожарной безопасности содержатся еще в техническом регламенте, например, о безопасности зданий и сооружений. Так вот, через эту статью 6 можно перейти на 384 закон, в котором есть 15-я статья, которая дает более, так сказать, более свободный подход к подтверждению соответствия безопасности объекта защиты. То есть это и исследования научные, и применение апробированных методик, и прочее, и прочее. Вот, в том числе и расчеты риска. Вот. Так вот, вот, через эту статью можно, через 6-ю статью можно как раз перейти на подтверждение соответствия с помощью испытаний, допустим. Ну, это испытания, это мы, допустим, можем привести как обеспечение доступности пожарных подразделений в любую точку помещения. То есть это расстановка сил и средств. То есть мы подтверждаем на практике, что пожарные подразделения могут, допустим, обеспечить подход к любой точке здания. Вот. Либо там через передвижную пожарную технику, либо через с помощью лифтов для транспортировки пожарного подразделения, либо там как угодно. Вот. Но дело в том, что не везде, допустим, эту схему принимают, не везде ее понимают, не везде ее, так сказать, поддерживают. Поэтому, как я уже сказал, что такое сделали мы изменения очень прогрессивные, как раз вот этот набор всех этих инструментария в качестве подтверждения требований соблюдения требований на объекте защиты, мы включили в 6-ю статью, то есть мы ее расширили значительно. Вот, в том числе не только испытания и исследования туда включили, но еще возможность применения стандарта организации. Вот. Что такое стандарт организации? Стандарт организации – это такой же нормативный документ, в том числе и по пожарной безопасности, в соответствии с законом о стандартизации. То есть он приравнивается и к своду правил, и к национальному стандарту. Потому что здесь, как можно сказать, что по закону о техническом регулировании сказано, 61-я статья, о том, что неприменение сводов нормативных документов в области стандартизации не может оцениваться как невыполнение требований технических регламентов. Но в этом случае могут применяться иные документы, там предстандарт, зарубежный стандарт, в том числе и стандарт организации. То есть получается, что у нас стандарт организации – это такой же документ, как и свод правил и национальный стандарт. Чем стандарт организации, с моей точки зрения, приемлемый и хорош? Ну, допустим,
78-я статья технического регламента говорит о том, что на те объекты, для которых отсутствуют нормативные документы, нормативные требования, должны быть разработаны специальные технические условия. Специальные технические условия, как вы знаете, это нормативный документ для конкретного объекта, то есть с привязкой к адресу, к его позиции и прочее, прочее. Вот. Но есть, допустим, такие объекты, группа однородных объектов, например. Вот. Ну, привести пример, там, допустим, я не знаю, с точки зрения нефтегазового комплекса, может быть, есть какие-нибудь мини-НПЗ, ну, допустим, автозаправки, вот, на которые, допустим, отсутствуют нормы, ну, то есть те же самые, допустим, заправки сжиженного природного газа. Вот. В этом случае для того, чтобы на каждую заправку там, не делать свое СТУ, потому что оно будет буквально одинаковое, но меняться будет только адрес. Организация, которая владеет этими заправками или там руководит этими заправками, вправе разработать стандарт организации, который также является документом, подтверждающим соответствие требований пожарной безопасности на данном объекте. Стандарт организации может быть зарегистрирован в департаменте надзорной деятельности. Вот, если эти объекты расположены на территории двух и более субъектов, если на территории одного субъекта, то может быть зарегистрирован в субъекте Российской Федерации. Регистрация у нас осуществляется в соответствии с 140-го приказом МЧС России, но стандарт организации в МЧС России регистрируется в качестве ведомственного нормативного документа по пожарной безопасности, если это устанавливает требования технического характера, либо ведомственных норм пожарной безопасности, ведомственных правил пожарной безопасности, если это устанавливает какие-то отдельные требования к противопожарному режиму, связанные со спецификой производства, технологического процесса, отличные, там, допустим, от других требований. Поэтому, но со стандартом организации, опять же, хочу сказать, что в ряде организаций, осуществляющих экспертизу проектной документации, эти стандарты организации не принимаются. Потому что, как говорят, что в законе прописано напрямую, вот СТУ делаете, вот и делаете СТУ. А то, что там уже через закон о техническом регулировании, закон о стандартизации, это читать никто не хочет, и никто эту связь там, ну, боятся, может быть, а может, не понимает. Вот. Поэтому вот этот стандарт организации мы прямо вписали в состав нормативных документов пожарной безопасности, в проект изменения технического регламента требований пожарной безопасности, и один из документов, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности объекта защиты. Ну, что касается правил противопожарного режима. Сейчас у нас во время гильотины эти правила были полностью отменены, переработаны. С 2021 года, с моего начала, вступили в силу. И уже мы имеем очень много предложений, вопросов, замечаний, может быть, даже претензий. И готовится сейчас большое количество изменений в эти правила. Ну, уже у нас несколько раз мы прошли процедуры и согласования с федеральным органом исполнительной власти, и оценку регулирующего воздействия. Пока изменения находятся на площадке нашего департамента. Вот. Здесь я хотел сказать, что в рамках реализации механизма регуляторной гильотины по каждому виду надзора созданы рабочие группы, куда входят представители бизнес-сообществ, председатель, сопредседатель от бизнес-сообщества и сопредседатель от федерального органа исполнительной власти. В нашем случае это заместитель министра, главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Супруновский. Значит, заседание этой рабочей группы... Да, хотел бы еще отметить, что отрадно то, что ответственные секретари рабочей группы нашей являются представителями крупных нефтегазовых компаний. Вот, поэтому у вас есть возможность, допустим, через эту рабочую группу как-то давать нам предложения, помогать работать, потому что рабочая группа имеет два уровня. Это первый уровень экспертов, это когда у нас просто идет рассылка нормативного документа, это большой состав, там, порядка 200 членов. Я, правда, честно говоря, не знаю, как эта группа формировалась. Вот.
И вторая группа – это уже, которая очно собирается рассмотреть нормативные документы и рассматривает вопросы, поступившие от этих представителей экспертного сообщества, и уже принимает решение большинством голосов о возможности принять, не принять, отправить на доработку тот или иной нормативный документ. Ну, она работала в рамках реализации регуляторной гильотины, но в правительстве было принято решение, что эта рабочая группа показала, так сказать, свои успехи в подготовке нормативных документов, так сказать, очень много было снято напряженных вопросов, много положительных отзывов, поэтому принято решение, что в дальнейшем все нормативные документы, которые готовятся обязательного характера, будут проходить обсуждение через данную рабочую группу. Вот, поэтому вернусь к правилам противопожарного режима. В настоящее время, как я сказал, уже мы подготовили комплекс изменений, поэтому если есть у вас желание, какие-то там, допустим, вопросы, можете направлять в адрес департамента пока. Вот, мы их рассмотрим при, ну, не то что при возможности, а при актуальности их учтем. Вот, поблагодарим вас за эту работу. И, так сказать, будем действовать дальше по направлению к оптимизации нормативных требований в области пожарной безопасности, связанные с снижением избыточных административных барьеров и дальнейшем направлении нашей деятельности на пути развития предпринимательства, нефтегазового комплекса и улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации. Благодарю вас за внимание. Андрей Александрович, спасибо вам большое. Не уверена, что вы меня слышите, а у нас очень много вопросов к вам. Вот сейчас мне команда подсказывает, что Андрей Александрович попробует перезагрузить страницу. Я вам уже говорила, что онлайн-формат дает массу преимуществ, но вот есть такой небольшой недостаток. Иногда бывают технические сбои. У нас много вопросов к МЧС России. Часто мы запрашиваем вопросы заранее, и вот в этом случае тоже были собраны вопросы заранее. Ну и я смотрю, что уже оживленная беседа идет в чате, кто-то входит в дискуссии, поэтому это тоже приветствуется, конечно же. Давайте вопросы я озвучу, и если это будет невозможно как-то технически, ну я сейчас надеюсь, что мы, может быть, по телефону подключим Андрея Александровича. И есть вопросы тут и по техническому совершенствованию, и по документам нормативным. То есть вопросов реально много. Ждем подключения Андрея Александровича. Я напомню, что Андрей Александрович – член нашего оргкомитета, оргкомитета форума. И мы часто и много взаимодействуем. Андрей Александрович также ведет мероприятия по пожарной безопасности на площадке форума в феврале. Как я вам рассказывала, это каждый год в феврале. Серьезное событие, 3 дня насыщенных, полных там конференций и разных иных событий. Поэтому Андрея Александровича всегда можно застать у нас на форуме. А сейчас мы попытаемся заново подключиться и ответить на вопросы. Прошу нашу команду дать сигнал, как у нас получается, или, возможно, я позвоню Андрею Александровичу. Как у нас выйдет подключиться, может быть, через обновление страницы. Вот вам тоже скажу, что мы работаем на площадке, с помощью платформы Webinar. Это платформа, которая была лицензирована в СТЭК России. Вот очень удобная платформа. И поэтому, в принципе, если у вас какие-то технические сбои, ну, эта конференция уже заканчивается, но дальнейшие наши мероприятия, просто обновляйте страницу. Все достаточно легко решается. Ждем подключения представителей МЧС. Вопросы, в принципе, набраны. Вопросов больше, конечно, чем смотрим. Нина, извините, я перебью вас. Значит, мы сейчас пытаемся решить техническую проблему. Вот. Андрей Александрович сейчас подойдет, технический специалист. Возможно, я надеюсь, что мы выведем его в эфир, и он сможет ответить на все вопросы. Угу. Вот. И как вариант я предлагаю, что я могу позвонить Андрею Александровичу и также, как некоторых участников, могу пустить вот через телефон. Ну, давайте попробуем так, давайте попробуем так, чтобы у нас не было длительной паузы. Ну, тогда я звоню, с вашего позволения, Андрею Александровичу Макееву, представителю МЧС России.
сожалению, у него занято. Но у нас есть еще WhatsApp, как связь. Вот, я просто надеюсь, что мы сейчас выйдем в эфир. Угу. Андрей Александрович пишет, что вот он сейчас будет перезванивать. Так, уважаемые участники, сбор вопросов продолжается. Пожалуйста, отправляйте свои вопросы. Также напоминаю вам, что уже говорила о том, что связывалась с представителем в НИПО. Представители сейчас находятся, ну, кто в отпуске, кто вот не может сейчас подсоединиться к нам, но с удовольствием принимают участие всегда в наших мероприятиях и готовы на следующем мероприятии ответить на те вопросы, которые у вас накопились, которые мы соберем заранее. Заранее вообще вопросы собирать всегда удобнее, потому что люди готовят свои ответы. Вот Борис Николаевич тут задал тон определенный, так, предложение, я бы сказала. Вот отлично. Мы вас слышим. Слышно меня? Отлично слышно. Отлично. Андрей Александрович, слышите ли вы меня? Не без звука. Ну, по крайней мере, мы вас видим. Так я не слышу. Так, Андрей Александрович, у вас отключен микрофон. Андрей Александрович, слышите ли вы меня? Как со звуком? Мы вас отлично слышим, кстати говоря, поэтому я буду вам... Оставьте сообщение на автоответчик. Я предлагаю написать, наверное, в WhatsApp эти вопросы. Да. Андрей Александрович, да. Мы вас отлично слышим. А я вас нет. Вот я предлагаю вам сделать следующим образом. Я вам отправлю вопрос в WhatsApp. Что вы мне сделаете? Я отправлю вам вопрос в WhatsApp. А вы можете озвучивать. Ну вот и отлично, так договорились. Ага, спасибо. Вопрос номер один. Куда направлять предложение по техническому совершенствованию? Ну, совершенно понятно, как я уже сказал, наш департамент. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, улица Ватутина, дом 1. Какой порядок согласования новых пожаробезопасных материалов для их внедрения на предприятиях нефтегазового комплекса? Ну, такого порядка нет, как порядок согласования новых пожаробезопасных материалов. Есть порядок подтверждения соответствия требований пожарной безопасности, то есть который выполняется либо в рамках декларирования, либо в рамках сертификации аккредитованными центрами в области подтверждения соответствия. Поэтому здесь только достаточно именно в рамках сертификации подтвердить показатели данных материалов, а уже потом их внедрять на объекте защиты в соответствии с теми требованиями, которые установлены нормативными документами. Третий вопрос. Есть ли комплексный нормативный документ, регламентирующий вопрос обеспечения пожаробезопасности крупномасштабных комплексов сжижения, хранения, отгрузки сжиженного природного газа? Когда МЧС разработает требования безопасности к объектам производства и хранения сжиженного природного газа. Но у нас есть к малотоннажным свод правил, предъявляет к малотоннажным объектам хранения производства сжиженного природного газа и свод правил по хранению сжиженного природного газа. Сейчас, как я уже сказал, у нас разработана, вернее, принята дорожная карта правительством Российской Федерации о совершенствовании по развитию реализации
сжиженного природного газа на территории Российской Федерации, который как раз будет предусматривать все вот эти вот вопросы разработки новых нормативных документов. В основном это касается автотранспортной инфраструктуры, то есть реализации СПГ на автомобильном транспорте. Как вы понимаете, у нас еще есть проблема, в принципе, связанная с хранением автомобилей этих, потому что, сами понимаете, что сжиженный природный газ в баке долго не хранится, поэтому, допустим, в определенное время он начнет регазифицироваться. Поэтому как автомобиль осуществлять его хранение, допустим, это вопрос не изучен. Ну, вопрос еще такой риторический, который многие научные головы, так сказать, бьют друг об друга, тушить пролив СПГ, либо не тушить, вот, либо защищать соседние объекты, давая ему выгореть. Вот. Комплексный, допустим, какой-то документ для крупных заводов СПГ, ну, я сейчас не представляю даже его необходимость в данный момент, потому что у нас заводов СПГ, ну, я не знаю, нет такого, наверное, большого широкомасштабного строительства крупных заводов СПГ по Российской Федерации, чтобы потребовался вот такой вот документ многократного применения. Ну, я не знаю, это мое личное мнение. Все-таки у нас как бы первый вот этот завод СПГ был на Сахалине построен. Естественно, это уникальный завод, уникальнейший на тот момент был по своим объемам, вот, по месту расположения, вблизи населенных пунктов. Поэтому там разрабатывались специальные технические условия, и проектирование было выполнено по ним. Так, поясните, пожалуйста, предлагаемые изменения ФЗ 123, статью 82 и статью 103, а именно слова «и эвакуацию людей в безопасную зону» исключить. Время эвакуации – это сейчас основной параметр электропроводок СП3. Если этот термин будет уберут, тогда останется только требование к ним по сохранению работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. Поясните, как теперь время функционирования ОКЛ будет рассчитываться в проекте, к чему оно будет привязано и на какое время будет теперь испытываться ОКЛ. Ну, смотрите, мы исключили это требование, потому что, ну, например, избыточное требование, допустим, если это проводка, которая подведена к пожарным извещателям, они свою работу выполнили, вот. Так зачем, допустим, сообщили, подали сигнал на приемно-контрольный прибор, от приемно-контрольного прибора были запущены все системы обеспечения пожарной безопасности активные, вот, то есть извещатель свою функцию выполнил, и, в принципе, уже требования к сохранению работоспособности проводки до окончания эвакуации, ну, нецелесообразно. По поводу расчетов я вам сейчас пояснить не могу. В соответствии с новым требованием СП6, пункт 3.7, нужно ли прокладки электропроводок СП3 внутри конструктивных элементов, зданий, стенах, полах, фундаментах, перекрытия, подготовки пола, посмотрим применять кабели с индексом ФР. Давайте договоримся так, что у нас изменения в своды правил выполняли специалисты в НИИПО, вот, поэтому есть предложение как раз отдельно, может быть, круглый стол организовать, потому что я не знаю, как у нас организаторы приглашали представителей в НИИПО или нет, именно как раз разработчик, потому что все-таки наш институт, он работает по направлениям деятельности, там отдельная группа специалистов, которые работают над тем или иным нормативным документом, которые могут точно ответить, на каких, допустим, основаниях были те или иные изменения внесены. Вот. И по поводу трактовки нормативных документов по пожарной безопасности, все-таки здесь нужно подключать больше научную базу. Годится? Вопрос по лицензированной деятельности в области тушения пожаров. Является ли обязательным создание филиала юридического лица для осуществления деятельности по тушению пожаров? Да. Алло. Перезвоню. Так, по лицензированной деятельности является обязательно создание филиала юридического лица для осуществления деятельности по тушению пожаров на объекте, расположенном не по адресу места нахождения юридического лица. Юридическое лицо в Москве, структурное подразделение пожарно-спасательного формирования, не являющееся филиалом в Амурской области.
Переадресую вопрос в отдел лицензирования, сейчас, чтобы не вводить вас в заблуждение. Пока пропущу. На базе каких нормативных документов в сфере пожарной безопасности осуществляется взаимодействие между МЧС и стран СНГ? Ну, как я уже сказал, это технический регламент Евразийского экономического союза. Именно он, его принцип, его необходимость была создана для того, чтобы между границами перемещалась продукция пожаротехнической без дополнительного подтверждения их соответствия требованиям пожарной безопасности, требованиям технического регламента повторно. А взаимодействие между МЧС России и стран СНГ, естественно, является соглашение соответствующее. Соглашение, которое заключается между нашими министрами. При расчете рисков требуется частота пожаров на объектах, где брать актуальную. Ну, актуально, естественно, это есть различные справочники и прочее. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Александрович. Вот воспользовались современными средствами связи, и видите, у нас вышла беседа. Спасибо. Часть вопросов ответили, часть вопросов, ну, переадресовали. Ответы получим позже. Как я уже говорила, представители ВНИИПО будут у нас на следующей конференции. Поэтому давайте часть вопросов позже, значит. Ну что ж, у нас повестка дня конференции исчерпана, прозвучали предложения, инициативы. Я благодарю всех за участие. Получился разговор насыщенным, интересным. Пятница, лето и даже такой новый виток пандемии нам не помешали. И я благодарю вас. Мы обсудили и законодательные моменты, и вопросы гармонизации, развития инноваций, и побеседовали по поводу новинок. Затронули изменения законодательства, обсудили возможности современных средств противопожарной защиты, заслушали заказчиков и их вопросы, проблемы, те, которые стоят сейчас перед ними. Мы с помощью нашей команды дали вам тоже все координаты. Пожалуйста, используйте наш чат. Мы поговорили сегодня с нашими партнерами вместе. И даже упомянули такой вот вопрос, как обеспечение пожарной безопасности в вахтовом городке строителей. Так что сегодня беседа у нас получилась интересная. Я напоминаю, что вопросы мы принимаем еще, и все вопросы передадим, поэтому используйте чат, пока мы еще не отключились. Благодарю всех за активное участие, за высокий уровень экспертизы, предоставленные доклады, за открытость. Было очень приятно с вами работать. Я должна сделать некоторые анонсы ближайших мероприятий. Как я сказала, у нас насыщенный календарь. Обращаю внимание ваше на QR-код. Там зашифрован вообще более длинный, подробный план встреч. И он составлен с учетом пожеланий участников форума. Вы видите сейчас на слайде те мероприятия, которые пройдут. 6 июля – это трансформация СКУД, бесконтактность, биометрия, мультимодальность. 7 июля – это организация инженерной и ИТ-инфраструктуры ЦОД, кейсы заказчиков, рекомендации разработчиков. 8 июля – это безопасный удаленный доступ. Пожалуйста, присоединяйтесь, ищите более наш большой календарь, и обязательно что-то интересное для вас там будет. Поэтому, пожалуйста, пишите. Наша задача – быть полезными вам. Я надеюсь, что было интересно. Напоминаю, что все материалы, включая сегодняшние презентации и эту видеозапись, будут доступны завтра на нашем сайте. Спасибо, благодарю, до новых встреч. До свидания.